Итак, всем привет на моем 166-м стриме. Также поздравляю всех с 9 мая, с Днем Победы. 70 лет после окончания Великой Отечественной войны. И сегодня у нас такой необычный стрим. Ну, в общем-то, приуроченный к этой дате. Мы будем проходить игру Battle City. Но не просто игру Battle City, а хак, который позволяет играть сразу четверым игрокам. И плюс там разные плюшки, типа Friendly Fire, там вражеские танки могут брать что угодно и так далее. И играть мы будем, соответственно, с Фабино, с Тором, который Тортпорт F, и Пророком. И давайте им позвоним. Пыщ-пыщ. Так, привет. Все, все подключились. Привет, Судав. Привет, Тор. Привет всем. Привет, Пророк. К сожалению, по поводу чата сразу скажу. Я все равно захватил чат Еволф, этот киберстил. Хоть у него нету чат этих смайлов новых, но турет чат почему-то у меня не захватывается в эксплите. А как картинку, он не обновляет ее. И в итоге, как бы, я не знаю, я его просто оставил. Окей. Вот. Ну что ж. Можно подсоединяться? Да. Можно подсоединяться. Так, а я уже, кстати, подсоединился, по-моему. Ну, сейчас пропишу. То есть, давайте так, я возьму первый контроллер. Там, не знаю, например, Фабино бери там второй, Тор третий, Пророк четвертый. Так, угу. Ну чё, здоровки, чё вы там? Да, привет, Тор. Неожиданно ворвался. Привет, Тор. True Friendly, Forkas, Cadelm. Да, чатику здорово. Чё я, какой я? Так, Тор, чуть-чуть микрофон потише можешь сделать? Это легко. А то вы не на одном уровне говорите. Привет, Алекс ВС, КДМ, Алексей Альферов, Фаркос, Just Observer. Да, Just Observer. Не Friendly, а Friendly. Да, true, да, friendly, true Friendly. Привет. Это True Friendly. Окей. Okay. Этот Альферович отправил мне смайл. Сейчас будет смайл тогда. Ну, настройка стрима на стриме, это же идеально, как обычно. Это идеально. Да? Так, нужно писать Take4. Да, да, ты четвертый, давай. Феникс Айс, Владислава. Да, слава императору, всех с праздником, правильно говорит Алекс ВС. Так, это мне нужно кидать. Ага. Так, а конфиг это ты. Ага, я понял. Сейчас будет. Сейчас все будет. Владислава, не, Кубич так и остался. Не, погромче сделать, если погромче сделать. Много убавил. Сюда. По-моему, было идеально. Да? Ну фиг знает. Вот сюда вы. Ну так, ноги, нет? Да. Да. Так, и конфиг сейчас. Да ты помолодел, Тор, все тянки твои. Вообще, честно говоря, до меня была идея сфоткаться и на этот, как его, на вот этот сайт, ну знаешь, где вот определение того возраста, типа, скинуть, ну так. А я тебя проверял, твой возраст. Там что-то 40 с чем-то показал. На нотбейде. А, да, ну там... Да, надо же нейтральное выражение лица. 40 лет, Торч. Перезапускаю чат. Ужас, точно помолодел. Это не нейтральное выражение лица, по-моему. Вполне себе нейтральное. Так, Альферус, ты что-то напутал. Ты что-то напутал. Не запускается чат, ну в смысле он не отображает ничего. Где-то ты ошибся. Совершенно не в тему сейчас это, конечно. Сейчас по-быстрому посмотрю. Блин. Так и сразу ты не найдешь, где ты ошибся-то. У меня тоже вчера он не отображался, когда вот я. Так потому что смайлы. он где-то ошибся в названиях. Не соответствует смайлы и текстовый этот код. Блин, ладно, придется захватить просто чат из К2ТВ. Ну сейчас долго смотреть, я не буду долго настраивать сейчас. Я хотел по-быстрому начать, блин.
Как же настройка? Да, настройка. За что тебе донатили, я не понял. Да, кстати, вы что тут мне задонатили вообще жестко совершенно. Спасибо, конечно, всем. Там Альферов, Фабино, Пророк. Вроде никого да, не забыл. Да. Так, стоп, тут деньги тут висит. Ну, душевно тебе Торыч задонатил, я думаю. Да по-любому. А ты его даже не назвал. Да, Тор вообще топ-донатер так-то. Ну. Так, тогда Твич придется отдельно. А, и последнее, вы же понимаете, в конфе с кем вы сейчас будете играть? С Машнатором, правильно? Значит, ожидайте на Battle City Машну. Вот. У нас для этого есть специальный смайл. Ну, началось. Наконец-то, да? Наконец-таки, да. Да, наконец-таки ты можешь это сделать. Мы этого добились. Так, захватываю. Сейчас. Тролльбастер, приветствую тебя. Привет, Тролльбастер. Троллик, здорово. Я играю с Машнатором. А где смайл, это Пророк? Ты че его не прислал? Придется немножко так на скорую руку, конечно, захватить, но... Ой-ой-ой, а, ну да, он же не захватывает. Ладно, короче, Твич не буду захватывать, буду просто его читать. Я Твич тоже читаю. Сейчас я тогда СК2ТВ захвачу, чтобы побольше, чтобы он был нормально, в полный рост. Шесть чек уже пришло, так что давай. Все, время тащить, время нагибать вражеские танки. Ае. Так, давайте опции. Так, огонь своих, да, берут бонусы, да, 5 жизней, а по умолчанию сколько? Стоп, 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 огонь своих? Да. Да. Как так? У меня еще такой вопрос задал. В 5 жизней это на четверых? Не Или знаю. Или у каждого 5 жизней? Кстати, я не знаю, как это изменить. Ну, то есть... На селект. Не селект, а селект это как раз-таки переключает. На страйк. А, точно. Ну, пусть да. Ну, 8, давайте по умолчанию. 8 врагов. 250 врагов, вот это я не знаю, что это такое. Ставь, побольше, побольше. Нет, это 250 врагов в общем, а 8 врагов на экране максимум. Ну ладно, так. Все, на четверых, раунд один. Давай. Так, стоп, я звук не забыл включить из игры, сейчас проверю в микшере. Она убавлена, так. Ну все, ну что, поехали. Так, я не знаю, кто я. Так, все могут управлять. Я зелененький. Я значит сиреневый. Так, я буду стоять тут, вот так. В этом проемчике. Так. Прикрывайте, короче, чуваки. Прикрывайте. Так, как? Это можно как-то это проверить? Я пока не понял, кто. Подождите, возможно, громко слишком играю. У тебя нет улучшения, смотри, тут ты же не играл в танки в детстве. Короче, тут есть звездочки такой, это бонус, который увеличивает твое дуло. Короче, как ты увеличишь нормально свое дуло, сможешь бесплатно без смс. 3, 2, 1, поехали. Без смс, да. Эй, когда с паузы снимаете там. Ой, ёй, ты по мне попал. Так, меня убили. Я на перехват выезжаю. Эй! Чуваки, давайте как-то... Ты нафиг меня ты стреляешь? А, это кто? Это ты? Блин! Вот ты упоротый. Ай-яй, меня убили. Ты все... Ой, ёлки, прости, Пророк. Спокойно, я умер. Я снова жив. Так. Давайте предупреждайте, когда я в кого-то из своих стреляю, потому что Судал похож на моба обычного. Нет, тихо-тихо, видишь, базу надо защитить, ты понял, да? А, центр, центр! Так, а да лол, центр! Центр, нет! Идеально! Объясните правила игры, чувак. Ну, в смысле, надо уничтожить вражеские танки, свой А жизни бесконечно много? Нет. Нет. Прошли. Завоплили. Ну ничего, сейчас я пойму, что надо стоять не сюда у вас. А кто зеленый? Давайте так, кто зеленый? Я зеленый, я. Так, я. Кто коричневый справа? Я. Ага, и Тор, значит, слева. Я желтый. Я по центру. Нет, я по центру. Вот, я тут буду стоять, всех расстреливать справа. Когда сейчас будут выпадать такие танки мерцающие красным, из них будут выпадать бонусы. Бонусы эти могут брать и вражеские танки тоже. Там, например, граната, чтобы то есть, убить нас всех одним этим. А, нифига он. Ты чё такой не очень? Хорошо сработано, парни. Да-да. Это всё потому, что раскачки нет. Нет, всё потому, что Машнатор.
Ну, ядрись. Да кто там умер-то? А! А, это... О, нет! Это... Почему мы мигаемся? Таймер, они таймер взяли. Таймер, это замедляет врагов. Ну, в данном случае, так как не враги тоже... останавливать на время. Свет пошел! Ой, тут сейчас, кажется, меня пробьют. Ой, нет! Ну, кто это? Я. Так, спасибо, Судалыч. Это чужие? Да, это чужие. Ну, Судалыч, ну... Забей. Судалыч, ну... О, я сдох. О-о-о! Бери! Хорош! Это что было? Это граната, всех видимых танков взорвал. Ой. Ну... Так, я немножко умер. Судалыч. Это какой-то босс вышел, видимо. Нет, ну, это они, не типа, босс. Ну, они такие медленные, например. Это эсы пошли. Вот, видишь, звездочка, это, короче, дуло увидишь. Да. Ой. Я не побегу туда. Я тут фармлю. Давай, нет. Так, надо занять оборонительную позицию. Блин, их походу да реально... Да почему они такие жесткие пошли? Их походу реально 250, смотрите, там справа, видите такие танчики нарисованные? Это сколько их осталось? Да они, сука, меня снесут! Я вам помогу! Сработали. Бери! Так, сейчас, подождите, сейчас будет что-то. Кто-то жизнь взял, Тор жизнь взял. Тераон, привет! Привет, Тераон! Да хорош, мне сейчас! Привет, Тераон! Хорош, смотри, сколько их! Гейм-овер, ну все. Какой гейм-овер ты? Ну в смысле, все, я жизнь кончились. Я завафлил. Так, сейчас он вылезет здесь. Я звезду взял, у меня теперь пули быстрые. Пока не умру, конечно. Так. Сюда он точнее. Ой. Да лол. Я, по-моему, умер навсегда. Все, один Тор остался. Какая-то жесткая игра. Надо. Стоп, а что делать вторая кнопка? Я играл одной кнопкой. Ничего, то же самое. Тор, да. Хорош! Ты же в танках, в танке играешь, вот он и затащил. У меня же две жизни! Только не везде в танках тащишь. Первый и третий игрок больше танков убили. А кто третий, подождите? Я. А, значит, мы с тобой больше танков убили. Зато Торичи прятаться могли. Самая одна тактика — это ждать, пока умрут союзники, а потом спокойно в соло всех поубивать. Да не думаю, тут их очень много. Лол, это первый уровень, вы понимаете? А сколько всего уровней? Ну, вроде 70 должно быть. Так, у меня тут позиция 70. Была. 70? Да. Ну, либо 36, в зависимости, как в этой версии. 70, я посмотрю. А прикол в том, что жизни же на все уровни. Да. То есть если мы... Едрить. Да там, знаешь, что-то этих здоровых слишком много было. Так потому что алгоритмы игры стандартные, а второй в конце всегда вылезают. А если стоять просто вместо спауна этих танков и их расстреливать? Да. Ну попробуй, только они толстые в конце. Да, они тебя перебьют. Мы по такой тактике проходили, но, понимаешь, они слишком толстые в конце же. А в лобовом столкновении кто проигрывает? Ну, кто-то, кто переспамит. Беги. Парни, так, привет. Ну Мегамена на рейпе убил же. А, тут так не выйдет, но все равно. Тут есть определенные это... Да, тайминг. Ну, не тайминг, это период, типа. Период, да. Парни, привет. О! Запасайтесь пульками и не помирайте потом. Хорошо сказал. Да. Я почти никого не убил, кстати. Я просто стою вот тут вот по этой линии стреляю. А, ты зеленый стоишь? Давай я так. Да лол, он меня просто перебил. Слишком у них спам. Они там вдвоем к тому же. Слушай, а чё у тебя дуло-то побольше? Ну он подожди, я взял. Чё ты закидываешь, да? Дуло побольше. Чё это самое? Чё за кирилл? О нет, только... Звёздочка! Им главное звезду не дать. О, нифига, вот это спам! О, ну всё, удаляй. Чё? Теперь не потеряй это, Фабина. Да, я понял. Время мерится дулами. Чё-то вы какие-то не... Барни Баркер, привет. Всё, смотри, какой спам. Подожди, ты турбокнопку, что ли, юзаешь? Нет, это так, не турбокнопка. Танк, Это так быстро с этим, с дулом, видишь? Это две звезды надо взять. Да, это две звезды. Две звезды. А еще одна звезда, и сможешь бетон пробивать. Да, я помню из оригинала. Это уди.
Так, ну, ну норм. Мне норм как стоять. Готов. Оп, оп, ну, это не значит, что такое. Бери пистолет, это максимальный сразу, это сразу максимум. А, нет! Удаляй. А ты умер, что ли, Судов? Да. Ну, что-то как не очень. Нам надо как-то передислоцироваться, мне кажется. Нет, нормально. Нет! Прости, Торыч, Торыч, Торыч! Все, 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 все. Торыч, стреляю! Проехал снизу. Там суммируют, да, пеговое третьего? Да. Не, ну я там намашнил. Винтерхед, приветствую. Фиолетовых по одной пуле стреляйте. Панцер, привет. На каждое попадание бонус. А, да? Окей. Прикольно, будем знать. А сюда я играю в игру впервые, если что. Чё это? Сюда вы банят. Да. Сюда вы банят. Ё-моё, всё, я уже пошёл. А то что ты за банят, кстати? Так, не стой вот на этой линии. Нет, просто интересно, за что... Ну ты не видишь, что ли? Нет, я не увидел. А, национализм? Я просто... Нет, причину я не увидел. Именно саму причину. Именно эскадвашную? Да-да-да, именно эскадвашную. Не лезьте вверх сильно. Да, вот, вот как это. Мне вообще вот здесь, ну, я вот так могу гастрировать, вот так. Ну, у меня какая-то позиция не очень, мне кажется. 30-й панзер, Project V99. Свой Project V99. Я не очень успеваю читать, потому что, ну, сейчас тут такой экшон. Да, нет, я сижу нормально, спамлю одну кругу. Ой, сейчас... Чаёчек попиваешь. Удаляй. Удаляй. Они, слушай, они бетон пробили. Что? Они бетон пробили. Вы видите? У них прямой проход теперь. Хорошо, хоть центр. Это что за фигня такая? Это быстрый чувак. Так, так это... Да это по воде плавает, тут пока нет воды. Да ты че вообще взял машну? Все? В смысле машну? О! Этот пророк убил штаб. Это кто? Я убил штаб? Да. Так что, подождите, ну, вы же не сказали то, что тут можно свой штаб убить. Ну, в смысле, ты из орудия стреляешь в свой штаб, какая разница, кто? Ну, ё-моё, ну предупреждать надо. То, что, я-то думал, Friendly Fire это типа по своим просто, а нет, тут это, же это даже в оригинале есть. Ну, блин, позвал дотера играть в танки. Надо как бы объяснять. У нас в доте нету такого то, что берешь. Надо свой уничтожать. Я думаю, можно. Ну, у нас в танках есть такое. А вот и дезертир. Ну, вчера мы вдвоем играли, дезертиром был я. Помнишь, да? Во что? Когда мы втроем запускали, но проверяли медлофенты. А, ну да. Жир не пошел. А, нет, это обычно. Альфер радуется, короче. Потому что у него смайлы открылись. Я тоже радуюсь очень сильно. А кто желтый? Короче, я думаю, сейчас мы тут одну миссию выиграем, и 250 надо убирать все-таки. Оп. Это ч... что ты взял? Пистолет. И чего? Это не я взял. Походу, странно. Я нет, мне ничего не дал. Вообще-то он должен мне был дать сразу бетон пробивать. Но что-то я не заметил. Так, пошел жирник. Если они возьмут лопату, у нас штаб голый будет. Я успел. Сори, сори, сори. Ну я ж тебе говорю, тихо. Случайно, живи там. Все. Я живу. Живи там. Не, ну ты знаешь, что Судович, а мне ног. О! Не поеду. О. Я там домино быстрее разбегу. Нет, тихо. Ай. Удаляй. Опять бетон сейчас пробил. Да, Фабино, ты меня теперь. Ну, отомстил? Да, отомстил, но... Осторожно! Ё-моё. Так выезжай. Да ядрите их там. Лопата хочу. Так, тут какой-то... Вовремя. Центр. Нет, ну не нажимается, ну не спамилось. Ну почему не спамилось? Значит, пульку ты выпустил куда-то. Это же как в Боше, там пулька если летит, то ты не можешь. Судов, я предлагаю убрать 250. Суда, давай чуть-чуть это там настройки похимичим, там что-нибудь делаем, не хард мод, там, не рейд мод. Помашним, понимаешь, да? Давай помашним немного. Давайте начинать машнить по чуть-чуть. То есть 250 хотя бы вот... отключим пока, да? Да.
250 врагов — это какой-то перебор для мазохистов. Немного помашним. Во! Я бы, если честно, лучше бы 100 где-то поставил. Было бы оптимально, мне кажется. Да. Ну, потому что 100 вчетвером можно вынести. Да ё-моё, ну как ты не переспамил? Это ты? Да, это ты. Кстати, вот зря они в настройках не реализовали. Я помню такой мод был в Battle City, где каждый танк был призовым, и они могли брать. Это такая просто... Ну, прости. Бакханалия начиналась. Спасай меня сюда тогда. Кстати, вот я не помню, они всегда были в бессмертии при этом? Нет, при это в моде в этом, вроде. Вот мне тоже так показалось. Либо они просто были меньше по времени. Нет, они даже не были вообще. Да-да-да, даже не было. Ну, судов, короче. Тут... Ну, нормально, я много там зато... Прости. Пророк, живи! Не живёт. А это ты? Хорош опять там, я что? Один раз тебя ударил, что ты начинаешь? Да вон, меня переспамили. Ой. Это не я. Честно. Честно? Честно, абсолютно. Так, давайте немножко пошли. Нет! Немножко я спасся. Да ладно! Что осталось? Вот эти и все. Да, все, мы уже добили почти. Мы уже добили, главное выжить. Вот скиллух попёр. Да, изимот попёр. Ну. Ох, лол. Торочи, так, давайте, ты самый, помогайте. Торочи стараются как могут. Только их убивают. Ой, ой. Пахнет фейлом. Ой, нет, подожди. Чуваки, держите там оборону. Я жизнь взял зато. Нет. Давай, держи штаб, пророк. Держи штаб. Ты дезертиром был, давай, держи. Я тебя их понимаю, почему они взяли 5 жизней. Когда не спамил. Нет, меня переспамили. Лол, ну, пророк, тебе все равно, я тебя попал или нет. Лол, да что за, ну... Давай. У меня последняя жизнь. Вы говорите там последняя. Че, геймовер? Ой, извиняюсь. Какая пауза? Вот идет. Ой, Вилли. Ну, геймовер. Чё ты там говорил, то что последние танки идут? А стоп, они не должны появляться вроде уже. Они тут так-то уже минуты две мы... Сторочем тащим. Нет, не прости! Всё, геймовер у меня. Торыч, тащи. Ну, Торыч. Да как? Все, я это сделал. Чтоб не мучили. Last hit. Не отдав штаб врагу. Собрались 4 хардкорщика покатать в танчике. Да. 4 башиста, да? Да, я, кстати, 4 башиста. Ну да, типа. Третий, Торыч! Я понял, почему там так много настреляно. Это Торыч стреляет. Подожди, третий же Фабино вроде. Нет, я второй, получается, все-таки, да. Да, третий, Торычи. Че, ну... еще облегчим? Давайте 8 врагов уберем. А да, что будет, непонятно. 8 не будет врагов вообще. А, в смысле, чтобы одновременно на экране не было 8. Да. Тогда может 250 стоит вернуть. Ну сейчас давай посмотрим. Давайте лучше 8, чем 250. Да ну, зря я полез, конечно. Глупо. А кто желтый со мной? Я желтый. Вам надо как ПТ-шкам занимать выгодные позиции. Ой, ну так что-то вообще изич. Ну да. Что их слишком мало. Ну первый уровень так и должно быть. Да не, ну когда 8 там хоть... Да какого он в меня-то за что? Не знаю. Грейт! Да что ж такое, опять Фабино все застинет. Ну, машинатор.
Ну домино мощно так, ну. Таймер, точнее. А чё ты прохлаждаешься, пророк, там, ожидаешь чё-то? Беги, бери! Ну, сразу же. Ой. Да ты чё вообще? Я ошибся. Хорош вообще. Аккуратненько. Не, правда подумал, что враг. Какой-то, я думаю, что-то странный враг. Коричневый. Ух ты ж, засранец. Красиво. А что-то вот писали про фиолетовых, я не вижу фиолетовых. В смысле, как это? Которые мигают. Если по ним один раз ударяешь, появляется бонус где-то. Еще раз ударяешь, то этот бонус исчезает, и он появляется в другом месте. Так что выгоднее по нему стрелять по одной пульке и набирать бонус. Да, но сейчас как бы не до этого, честно говоря. То есть тут надо просто их убивать быстрее. Мне кажется, или опция минус 250 не выключается. Ну так. Мне кажется, их 100 стало, а не 250 просто. Вот, видишь, вот слева идет у Торыча. Оп, я взял. Оп. Вот сюда взял дуло. Ну-ну-ну-ну-ну. Чуть, и ничуть не просрал, да просрал. Ну, типа пророк. Отомстил, да? Да. Как иначе-то? Со суда виноваты, они меня подстрелили. Да. Да лол, что ж я стоял-то? Я что-то тут вообще слоупок. Судалов, ну что ты опять сливаешь? Ой. Да, хорош, ты мне пульку сбил. Че, все? Ну, Торычи. Выиграли. Ну, нифига, ну что это за ГЛП? Ну что это? Ну, Торычи стояли, они ничего не могли сделать. А че наискосок так стоит? Ух, удаляй. А что вот это вот очки четырех танков? Что это показывается? В смысле? Где? Сколько танков убито? Многоходовочка приветствует. А, то есть, я, короче, не понял. Ну, сколько танков, каких кто убил? Ну, обычно там два игрока, поэтому, ну, кто, сколько первый убил игрок, сколько второй. А тут объединили, там, первый, третий, второй, четвертый. А нижние вот эти цифры? Это сумма. Да, очечки. Мы с тобой лажаем, пророк. У нас меньше очков, чем у Тора с удалом, потому что Тор всех убивает. Это. Да, потому что вот эта вот позиция вообще имбовая. Многоходовочка на СК2ТВ. Привет, многоходовочка. Привет, многоходовочка. Ну и четвертый привет на ходу. Ну, только что они тут запрещаются, это нормально. Не получилось. Это типа это как привет, брови, да? Нет? Ну ладно. Судалыч, ты сидел. Шустрила идет. Шустрила? Я ненавижу шустрил. Они самые мерзкие. Так, бери тут. Пророк дождался. Я смог, наконец. Ты теперь спамить можешь. О, это то, что нужно. Да блин, все, я умер, я слил бонус. Да. Да. Да ну. Ты как хотел. Я жизнь жестока. Хотел умереть, сохранить. Хотел умереть, сохранить. Ну ой, я думаю, это пророк, а это не пророк. Вот это пророк! Да то, что ты там не был, вот тебе взад. Да ладно. Судалович, вех! Да как вы там вообще вдвоем? Че вы там творите? Мовер сделал. Шестить там. Мы тут стоим уже прижатые все. Вернитесь, короче. Да кто по центру, ну лол. Ну что? Что происходит? Ну что это происходит, лол? Ну по центру Судалович, а я слился. Ты как этот, как там было? Газ 2, 3, 4, 8. Центр мы, ребят, не бросим. Но походу у нас не так. Я как-то с такими поэтами в танке. Чё ж так плотно-то, а? Первый уровень игры. Так не должно быть. Ну, честно сказать, мне кажется, что тут небольшая багулина. Так, этот! О, лол, наши пули столкнулись, и то иначе бы моя бы штаб улетела. Так, я буду прикрывать. Буду за место стены. Стенка. Это не очень ненадежная стенка, я тебе скажу. Слушай, ну. Бери! Стенка! Да не твои, не. Не. Ладно. Вот видишь, стенка отошла на секунду. Сразу. Отошел, блин. А что 5 жизней дает вот это вот 5 жизней? Может попробуем? Ну, у нас 5 жизней. У нас 5 жизней, а так. Привет, Эйван. Привет, Эйван. Привет, Иван.
Скрабы, ну блин. А что там еще есть? Ну, скрабы, это версия такая. Хакнутая. Да броню, бери. Я, короче, все отключим в итоге. Новые бонусы какие-то. Вот это все надо отключать, то что. Да нет, нет. Ну да броня. Ой, ну все, на изичах сейчас уже. Ну, ну что за изич, ты видишь? Изич мы пройти не можем, ну то есть. Я не знаю, вот что не меняется, я ни разу не заметил, что что-то поменялось. Вон они белые. Ты видишь, они белые, это они с одного выстрела умирают. А так и ты по два или по три ударял. О, нет, тогда можно 8. Пускай толпами бегаем. Ну да. Но все равно хотя бы один раз пройти. Мне кажется, что он 250 считает. Но все равно бронированные будут. Они не такие жесткие будут, они с двух пуль будут помирать. Нет, с двух? Нет, не с двух. Меня все равно вот убил. А ты что-то взял? Гранату, что ли? Имбу взял. Имбу взял? Да ладно. По-моему, они такие же толстые. Да. Все нормально, пророк. В хорошие позиции меня выстроил. Так мы 8 убрали же, мы 8 убрали. Мы уже убрали, да, опцию. И 8, и 250 убрали. Это все, что можно, все убрали. Уже, да. Сколько танки уберем? Ой, нет! Четверо нас против одного танка. Ты че, пророк, так стоишь? Ты че ко мне подпускаешь? А че ты? Че я? Че ты? Че ты это? Начал. Нормально стоял. Нормально стоял, ну. Да, ну как я его не переспамил? Да вот. Потому что ты в Батлесити играешь, а не в танке 490. Здесь да же... невозможно никого переспамить. Там снаряд вообще не летит, куда ему забываю судить. В Батлесити играешь, а не в World of Tanks. Там нельзя переспамить. Спасибо, пророк. Короткая шутка. А у тебя непонятно. Бери! Берите, бери! Стой. Бери! Оп! Пророк, спайм правых. Да чё спайм правых? Ну смотри, раз, два для тебя. Меня переехал танк. Переехал танк? Меня танк. Да ну откуда ты, бомбёк? Меня бубок сделал. А, лол, ну за сторон нафиг такое надо. У меня вопрос, по-моему, они ни капельки тоньше не стали именно вот эти. Да, да. Случайно нет мода на бесконечных врагов? Я просто не понимаю. Нет. Все уровни можно пройти. По идее. Может, это забагованную версию какую-то скачать? Да фиг знает. Но есть другая какая-то. Нормально, живем. Вроде норм версия. У нас там светляк. Единственный, кто не сливался еще ни разу. Подбегаешь ты куда-то? Ну нет, в смысле, смотри, как стою. О, на карку себе слился. О, они закончились! Я что-то об этом... Вообще-то! Сколько их было-то? Ну, дофига. Ну, их не дофига, ты смотри, сколько. Их около сотки. Не больше сотки. 110, да? Или... Ну. Да, 110 вроде. Ну. Я согласен. Эй, чуваки, а я это... Ты да. Это что, все, вся жизнь на... А, чё, мне придется тут держать, что ли? Ну, пророк, чё ты такой не очень? Ну, а чё? Ты в меня это... Чё я в тебя это? Я в тебя не стрелял в этом раунде вообще. Ну, я не знаю. Чё-то мало мигающих танков, на самом деле. Должно быть больше. Мы должны были же силу набрать. А мне ещё одну жизяку дали. Кстати, а вот... Тоже было интересно, а пророк не можешь взять жизнь там на стак, на селект? Вот вроде нет, я же тогда старт нажал, паузу нажал. Попробуй. А на селект хз. Ничего не происходит. Да, ну ладно. О, видишь, бонус. О. Жизяку доберите. А меня уже не резнуть? Да. Комбах, походу нет. Сиди, общайся с чатиком. О-о-о. Посмотри видео, которое Владислава кинул. Можно лечь пока. Подожди, ты ему тут проход проделай, пускай идет сюда, в этот. Пацаны игру не пройдут? Пройдут? Чё, пацаны, нормально все. Сейчас втроём затащит. Ну, с машинатором-то, да.
Если что, еще там что-нибудь на строчках уберу. Время немного помашнить, но мне кажется, чтобы затащить, правильно? Вот торчи хорошо стоят. Мне нравится. Торчи всегда знают, где стоят. Вино, ты не едь туда, тебя сейчас там придавят. Смотри, да, нормально, ты смотри. Это вообще... Толстяки пойдут, они тебя задавят просто свои. Да. Ну сейчас это, пока сейчас легкие танки идут, ты как бы... Вот, изи. Может это только первый левел был с такими толстозадами? Нет. Ну это знаешь, как в Боше было, первый экран, который вымораживает пустую. Отсеивает, да? Да, отсеивает. Ты понимаешь, что дальше играть уже пустую. Вот, у Судава не было жизни, теперь у него еще одна, ура. Судав, еще одну жизнь, короче, если будет еще жизнь, забери. Ну вот, ну что-то какая-то изи. Изи кат какая-то. То есть да, первый уровень самый сложный, там отсеиваются всякие пророки. Да. Отсеиваются всякие дотерки, ну. Кстати, ну вообще, честно говоря, я бы, конечно, как пароли бы записывал допуск к следующему уровню, ну да ладно. В смысле, какие пароли? Тут же нет. Ну да, оф рулит. Но если что, можно выбегать левел. А, ну это да. Антипророк защищает. Нашли тактику просто антипророк. Нет, так, так там нету сильных танков. Сейчас попрут, если сильные, то мы сольемся. Они одноразовые все. Фабино просто всегда тактика. Пропускать глупый танк вперед. Да-да-да. От краса. Эй, ты что такой? Не очень. Эй! Да он не очень был, ну вы видели вообще. Я же тебе говорил, у тебя тактика не очень. Ты мне не верил. Тихо, глупый танк, что ты делаешь? Сейчас покажу сзади так. Хоп. О, все? Все. По-моему, первый уровень самый жесткий. Ну что, давайте это, перезапустим с третьего уровня, но что пророк там сидит без... Да нечего, мне нормально, я нормально сижу, тут пепси. Судав, я предлагаю перезапустить с третьего и на восьмих этих ботов. Давай. Зачем восьмерых? 200 только убери. И до броню. А, да, и до броню тоже. Да она ничего же вроде не изменила. Да нет. Их надо три раза. Давай. А как? Кстати, как? Ну на Б или А, я не помню, он там вверх-вниз должен мотать. Оп. Три на третий, давай. Пророк, давай. Ай да. Ну вот сейчас должно быть весело, да. Подожди, а как ты раунд выбрал? Ну как? Возможно. Просто. Вам весело. Хиппи, привет. Привет, Хиппи. Ну оп. Что ты делаешь, пророк? Нормально. Здорово. Не стойте, пожалуйста, вот так вот, ну чтобы да, я попадал в бокс. Кто там уже умер? Фабино. Фабино, ну кто ему? О, говорить? Поехали, поехали. Пошла жара, короче. У меня позиция тут не тут. Так, тут мерцающая хрень. У меня норм позиция, наверное. Вот все, меня задавило. Пропускай. Ты что, ко мне? Ну немного! Да лоу. Да лоу. Судов, они как-то поворачивают к тебе. Я их вообще вниз пропускаю, ну вон там, видишь, охрана преградками. Говорит Владислав, что только из-за четырех игроков, кажется, появляются жирные танки. А, да? Возможно, возможно, кстати, фиг его поймешь. То есть без меня легко тащить основную жизнь? Да. Ты должен слиться. Да норм, мы легких путей не ищем, правильно же, да? Не знаю, мне, ну... Знаете... Пацан, я в детстве играл лучше, чем вы. Да у тебя в детстве-то не такая версия-то была, лол. Я в детстве все проходил. Я тоже в детстве. Осторожно. Да ё-моё! Ну мы друг друга впереди это. Да. Перебили. Кто там умер уже? Я. Судовы не очень. Чё-то искусственный интеллект какой-то не очень опять. Ну тем не менее они нас убивают. Так, звезда была. Я знаю. Едрись. Рубино, тебя не видно в кустах, ты зеленый, кусты зеленые. Давай вылазь оттуда. Не, слушайте... Я не скажу, что я его пропустил. Не, слушайте, можно было как-то жизни брать. Я помню, можно было жизни брать, точно.
Может, какая-то комбинация или что-то, блин. Ну реально. Да, может, просто в этом не реализовали. А фиг его знает, может. Не, продолжение. Ну, восьмерка. Мне кажется, это из-за восьмерки все. Нас просто толпой сдавили. Давай снова. Сейчас, короче, все будет. Кок, сливайся быстро! До танков! Так меня Фабино должен убить же. Не, так нет, если он умрет, то все равно будут большие танки, потому что начали это в четвером месте. Не пак. Нет, имеется в виду то, что именно уже как бы один гамовер, а потом появлялся. Я вот помню, было же такое. Были жизни, еще давали жизни по очкам. Да, было такое. Но нет, мы про другое говорим. Мы же про другое говорим. Нет, пошел, пацаны. Судалов, ты же про другое говоришь? Да, ну, типа, да, умер, да, что, да, да, да. Вот, ну... про что мы говорим, Иван, что типа, когда умер, я беру, то можно брать жизнь. Ну, тихо, ну чё вы? И, конечно, ну, Торочу надо, кстати. Давайте по одной пульке в него стрелять. Торочу побольше надо дуло. Да ё-моё, опять все бонусы можно отпускать. Вот, а чё ты опять начинаешь? А чё у тебя все бонусы? Пропускай. Какое у тебя дуло? Ну, мы вообще-то на одной стороне, ты не забыл? Ну, а чё у него дуло такое? Да ладно. Ну, дуло как дуло. Такие дуло только у машинаторов. Ну, это какое-то нечестное сражение совсем. Творыча тоже. В смысле нечестное сражение? Ну, не знаю, как-то... Как-то у них ИСы, а у нас там... Да. Так у нас и дуло побольше. С Творычем. Сзади. Но я его не успел. Машинатор стоит и нормально наяривает. Подамажил немножко и пошел. Судов, они там заворачивали. Ничего не могу с этим поделать. Да лол, ну пророк дурацкий. Все нормально. Ну вот, нормально. Да, он просто меня сдавил. Встань на твое место, возьми звездочку, встань, вот здесь, да, встань, здесь. Привет, встань. Эдвард Кэнэй. Ссылку на игру, блин, я не знаю. Мы вдвоем остались, что ли? Да. Нет, пророк, вот. Я жив. Ой, хорошо, я их там затих. Это... Вот и сидите там нафиг все. Это гуглится легко, игра. Ну просто загугли там, Battle City на 4 players, 4 players, и все. Там норм. Каска. Это неуязвимость. Ой, хорош! Таймер. Сдержитесь! Нет! Миллиметр оставался. Эдвард Кэнэй, привет. Так, короче, их надо запирать. Нужно менять тактику. Вот сюда мне не нравится, как стоял. Я там хорошо стоял. Начал здесь. Я не нашел позиции хорошие. Но я нашел позиции норм. А то, по-моему, я тебя там убивал. Ну, а да. Все четверо, что ли, или что? Нет. Их 70 или 36. 70, походу. После игра зацикливается. Правильно? Ну, вон. 70. Клевый стрим. Мне еще можно их зацикливать. Говорят, клевый стрим, понял? Ну, я рад, мне тоже пока нравится. Правда, только мы не выигрываем нифига, но... Да лол, мы два раунда протащили. Как? Ну, пророче, ну дурацкий, ну... Спасаю же, вот, всех убил, правда, ценой твоей жизни, но... Понимаешь, ценой своей жизни. Ой-ой-ой. Твоюж! Оп! Да, как так-то, почему? Да... Занято. Ладно тебе! Бонусы, ну в чем ваша проблема? Тихо, не бери. А что такое лопата? Ну это бетонный штаб. Бетонный штаб, да. По сути, очки должен был прибавлять. Почему вы штаб просто не сделать из бетона изначально? Чёрт, он мою ловушку сломал! Сломал ловушку? Да, тут ловушки нужно ставить. Вот он нехороший. Если кто не знал. Ладно, все, буду на своей читерской позиции стоять. Ой, что-то мне тут... Сюда, только ты не стой, чтобы я вверх мог стрелять. Ну, да, на клеточку отъедь.
меня сранит. Вот сюда в ногу стоит. Все, по-моему, хорошо все стоим тут. Идеально. Ну да, особенно я ничего не делаю. Так. Ой, сверху едут, сверху едут. Ладно, там левый фланг прикрывайте только. И все. Ух, Фабино, что ж ты творишь? Сзади. Да Фабино! Ну! Стреляй меня, стреляй меня больше, стреляй, еще стреляй. Уйди с этой позиции. Ну. Сутов, если что, смещайся больше в центр. Бери, 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 о. Все, идите, кашите их. Я не буду далеко с позиции уже. О! Так, тихо, не убегай. Да лол, ну я там, я. Владислава тебя поддержал на 100 пикоинов. Ух ты, спасибо. Да я там не... Я и справа, и слева, если что, сюда. А, сверху едет, я не видел его, в кустах спрятался. Так, вы меня остановили. Живи, иди на позицию. Позиция очень важна. Пониже, Тора, опустись чуть-чуть, это у меня тут маневра мало. Угу. Ё-моё, тут очень много сейчас. Мы, короче, вот так вот встанем и норм. Да, да. Ой! Ой, Коста фабрика какая-то, помнишь? Пророк! Ну все нормально. Все, последние два танка. Победа! Эй, Инди, иди ко мне. И пророка бить в конце надо. Нормас. А по-моему неплохо. Топ-2. Нормально. Ты... Да. Что-то долговато на следующий уровень переходит. Разведчик, приветствую привет, тебя. Разведчик. Так, это хак, тут слишком много врагов. Да. 110 врагов на каждом уровне. Как понятно. Смотри, в форме кого пророк? Смотри, классно же, да? Ну, было личико так, такое. А просто нельзя заехать в воду или можно умереть заехать? Не, не просто не заедешь, а стой с щитом можно заехать. А, я сейчас, давай как-нибудь встанем. Давай вот так, я вот так встану. Давай вот так. Хотя мне не, уже не нравится этот вариант. Ну ладно, не, не нравится. Нормально. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не. Ох, справился, надо же. Да, нормально, нормально. Хорошо стоим. Не пропущу. Нет, не очень хорошо стоим. Возьми. О, Тор спам, а я все, кстати, выбыл. Эй! Извини. Ну Торыч! Ну, ну случайно. Тут ну... жесткий парень выехал. Я тоже умер. Сюда уч. Ой, у меня еще жизни были. Я... Давай, давайте, тащите Торыч. Так, ну, давайте я спрячу здесь где-нибудь. Торыч будет тащить. Просто унижает все. Да, Торыч вообще всех унижает. Ну чё вы, карапуз, давайте ко мне. Ну иди там сам. Ну если не сольешься, то можешь выиграть, Тор. Ну в смысле, именно если жизнь не потеряешь. Потому что если потеряешь, то шансов, по-моему, ноль просто. С этими медленными пульками. Могу прикрывать Торыч. Ты базу лучше прикрой! Да какая база? Да все, меня тут мошнят. А Владислава какой-то, видимо, хотел этот смайл прислать. Да, какой-то, который у него не купил. Ну да. Ну, у Владислава, я думаю, у тебя откроется. Это твой первый? Блин, так звучит. Что там осталось? Помогайте! Твой остался, но я не умею помогать. Ну все, удаляй. Ну давайте, тащите, но. А вон там может это выпадет что-то прикольное. О! О! Так! Есть, все, я умер. Все, Торыч один тащит. Бедные Торычи.
Бедный Торчик снял! Ну жизни есть, жизни-то есть. Ты можешь еще бонус с него какой-нибудь вытащить? Ой, понятно. Они еще появляются, ну удаляй. Удаляй. Нет! Да зато его убил. Судафу, честно, я тебе скажу, от игры World of Tanks ни капли не отличается. Тихичек обычно остается в конце, когда все стрелились просто. Торч всегда остается, да, последний? Посмотри, сколько ты танков нафармил. Нет, домино не всегда. Зависит, конечно, от танка, потому что на некоторых я вперед езжу. Да. А так, да, моя кустодротническая тактика работает. Так, это четвертый был, да, уровень? Как можно дольше выжить, да, Торыч? Ну, вообще, да. Давайте еще что-нибудь в опциях помашним, как вам идея? Ну, не знаю. Там, не знаю, например... А мерцание, это что такое, интересно? Ну, это когда типа... тебя попадают, наверное, ты мерцаешь. Твиттер... Нет, в смысле, это огонь своих. Нет. А, мерцание, это, наверное, они с базы когда. А. Твиттер Игорь К, приветствую тебя. Привет, Твиттер Игорь К. Так, ну давайте оставим как есть. На новый бонус интересно, что такое. Единственное, может быть, я бы убрал огонь по своим. Да, я согласен, потому что там Фабино вообще жизненный. В смысле, Фабино, ты первый начал вообще? Че я первый начал? Ну там подумаешь... Но мне кажется, это придает веселье на самом деле. Много не писаем. Не, ну добавь, добавь. Ну я просто. Как это, Савка? Убивай, давай. Как мне еще Фабино наказывать за его машину? Давай по старой тактике. Давай по старой тактике. Только давай, может, ты сверху. Мне не очень нравится сверху. Не, мне как-то это снизу норм. Так, Судомич, я вот здесь стану. Пока они ничего не разобрали, буду сверху. Ну, давай поменяемся. Не, ладно, все, все, а то сейчас еще это самое, больно будем друг друга делать. Изменяться. Ну, поехали. Толстенький. Копинируй, унижай, давай. Я боюсь, что меня вот толстый возьмет и раздавит. Ну да, меня тут пуля убивает. Надо чуть-чуть понять. Ну, Судав, на тебя надежда. Таймер слева. Я не двигаю. Стой. Бери. Нормально. Нет, это максимально. Подожди, а почему она не работает, лол? А попробуй бетон уничтожить. Да, попробуй бетон уничтожить. Да, она не работает. Ты траву уничтожаешь. Она кусты уничтожает. Кусты уничтожает? Да. Полезная штука. Ну все, короче, я жду их вот так. Ты их пропускаешь? Ой, твое место пророк. Не знаю тогда, как встать лучше. Давай вот так встанем как-нибудь здесь вот. Ну так мы их не переспамим, я так пробовал. Извиняй! Ну ничего, ты ноги стоишь, так что отхватывают меня. Ну я могу, кстати, смотри, я тут буду стрелять, они на меня попрут, я увернусь, ты да. Увернёшься? Нелл, что ли? Да, я уворачиваюсь от пуль. Танк уворачивается от пуль. Да лол. Ну как-то вообще... Ой, ну Торочи! Ну я нечаянно! Ну ладно. Ну ладно, а мне-то что сказал? Это же Торыч. Ну ладно. Нет, не стрелял. Все. А можно пользоваться турбокнопкой? Запользуйся, мне кажется, все равно, в принципе, здесь. А что будет турбокнопкой? Бомба! Турбокнопка опять медленная. Да! Ну она просто вблизи будет чуть-чуть быстрее, ты ну не будешь париться с этим. Да, я просто не умеешь спамить. Я просто геймпад еще тут спамить, это вообще не очень. Нет, я без турбокнопки. Ну, я умер. Я без турбокнопки, я умер. Сколько их осталось? Короче, победа просто. Да ё-моё, ты будешь умирать. Слева в атаку пошел. О, победа. А, ну ладно. Буду грудью прикрывать, что? Как он не сдается, наш гордый варяг? Вот и подпрыг. Вот это было зря. Да, ой зря. Кстати, вчера это... Пророк, не хватало всем твоих фейспалмов на эко, никто не ставил фейспалмы. А чё там ставить фейспалмы, там оставалось-то, господи. Я 3 часа проходил.
Блядь, как там можно 3 часа проходить? Там осталось сколько там? 5 уровней? Ну, 5-6. Я не помню уже. Я дважды замашнил как-то приставку, она... это... Картоша, приветствую тебя. Привет, Картоша. Там был еще один 3D уровень, помнишь, по кольцам? Ну, если помнишь. Ну, помнишь, кольца собирать? Хотел большое расстояние проплывать. Я не помню вообще. Не, ну помнишь, что я такой геймплей, ты помнишь у меня на стримах? С кольцами я помню, да. Ну вот, такой же был уровень. И, короче, у меня почему-то очень лагал миновенно, и дважды я баговал игру. Ну, то есть она... Зависала. Багаюзи. Ну, вообще не говорю. Ну, правда, это баг-то не в пользу Фабина. Да. Но все равно можно. Какая разница? Положительным, отрицательным можно, тем не менее. Вы заспамили этого чувака. Да вы не пропускайте их! Да, тут как бы сложно не заспамить просто, ну... Ой, прости, пророк. Несколько раз подряд прости. Не стреляй! Ну, переспамил он меня. Вот, а последний уровень помнишь? Я не помню, я помню то, что там такая медузка, которая типа порождена была королевой. Да, Сутанов, да. Я сразу тебе скажу то, что если кто-то прошел назад, забей, стреляй вперед, ты классно стоишь. А, ок. Я сам разберусь с ним. Да, ты классно стоишь, Сутанов. Может, на место нашел. Ну, далее. Надо, наверное, все-таки это, вот так вот сделать. Да ладно, типа. А что это меня пропустили сбоку? Я даже не смотрел туда, ну. Вот вы не умерли. Ну потому что я умер, и пророк умер. Кто-то не защитил. Мой путь нормальный. Я умер, потому что Фабина умер. На друг друга валим, короче. Ну я умер, потому что пророк не защитил. Да лол, вообще. Самое плохое, когда он дулом типа стреляет в бочину, потому что... Ну, в смысле, в эти... Как это называется? Гусеница, да. Потому что вот там... Вот как я им делаю, да? Так, чуваки, по одной пульке. Я вас прошу. Только не ему. Ой, удаляю. Он еще толще становится, нет? Нет, он 2 тонн пробивает может. Я заснул. Ой-ой-ой. Да ладно вам. Я тебя прикрыл. Ой, да ладно. Ой, еще жизнь. Спасибо, большой пророк. Привет, Сайлент. Привет, Сайлент. Гусли. Привет, Сайлент. Да. Гусли. Тоже. С Днем Победы всех. Да, всех с Днем Победы, еще раз, кто подходит, я там вначале уже поздравил, но. Да, всех кто подключается. Че за изикатка в 4 лица? Это хак. Изикатка? Изикатка! Ты посмотри, сколько танков вообще катается. Нас-то 4, а их там 300 там. Не 300, 110. 109. 110, ну 300, неважно, блин. Все равно цифра большая. И причем на экране 8 одновременно. В школе такие цифры. Судав, ты пропустил. Давай. Ну мы с пророком днище. Теперь, вот видите, не зря я сюда в танки играю. Да, вот. Кто-то заспевает. Как там вообще Торыч? Это Торыч такой скилловый? Чё, ты пришел там в попку ему на этого... О! П-победа. Настя! $34,000, у нас $13,000. Правда, что мы делаем не так, скажи, пожалуйста. Что за потная катка в 4 лица? Это Battle City. Это новый World of Tanks. Ну сразу видно, кто, понимаете? Очень. Кто как в доту играл, тот так и сливается. Смотрите, пророк много играл, сливается первым. Я немного играл, сливаюсь вторым. Судов играл одну катку, сливается третьим. Но Торыч вообще последний остается, в доту не играл. У меня не очень удачная позиция тут. Или ты играл? Все, миф разрушен, вот толстый. Я не вижу тут удачных позиций пока что. Да, плохое это. Но то, что я должен быть сбоку, это очевидно. Ну это вот у меня, да, это фейл какая-то позиция. Ну вот так, наверное, все-таки. Да не, да лол, да тут вода сплошная. Ты уверен? Да тут удаляй что-то. А, мы с тобой вдвоем же, я забыл. Ну сейчас мы перезапустим это задание уже. Ах ты ж. Ой, Судов остался последним. Ну затащишь по-любому. Вали, Светляков! Светляки, ну это как думаешь, BTO7 или A20? Это AMX. AMX думаешь?
Да. Ну да, точно. Ну мы 19 убили. Давай. Ох, ну пророк, ну чё, давай. Так, ну чё, страта, давай, поехали. Я придумал уже страту. Я тут. Я стою тут, стреляю вот так. У меня есть идея, если я стану вот так, мне плохо не будет. Вот так я встану, смотри, вот так. Как-нибудь вот так, да. Сейчас, мне надо тут немножко поразрушать вот эту всю фигню. Я тут буду прятаться. Мовер. Гнилая какая-то позиция. Стреляем, отходим. Да, разведчик, и тебя, да. Стойте по бокам от мостов. Подождите, чуваки, у меня чатик пропал. А таких Питер. Мостов, подожди. Бери. Так, я немножко был не в игре. Ай-яй-яй! Что как-то он... У меня вообще неудачная позиция, я вообще очень лажаю тут. Плохая позиция, но лучше не вижу. Да как? Ну я ж назад двинулся. По-моему, это левый. У меня лучшая позиция, я тут буду ваншотить, если буду попадать. Скорпиус, приветствую тебя. Привет, Скорпиус. Да тихо, что тихо. Такое? Ну... Ну... Как получилось-то? Ну, бывает, что. Опять Ливиус Светляков или Пророк с Ливиусом? Чё Пророк-то? Чё сразу Пророк? Да не, ну просто тогда было, когда ты с Ливиусом. Всё, тебе Тугач отдыхают. Ой, слава богу. Кто парад смотрел? Я смотрел, парад? И я ещё ходил на свой в городе. И даже показал его тут, правда, к сожалению, в записи. Я смотрел запись парад. Парад, который обычно, ну, который на Красной площади я не смотрел. Который сюда сегодня. Стрим только успел. Не-не-не, я на Красной площади я смотрел на СК2 ТВ, а свой я пытался стримить. Чуваки, вот сейчас надо, смотрите. Оп. Бам-бам-бам, бери. Опа. Последний, а. Нет. Кстати, последний, это думаешь? А, не-не-не, показалось. Меня очень удивило, что Индия была. Ну да, почему? Что Индия делала для нас? В смысле, а почему для нас? А что она делала для войны? Она же не была на стороне... Это Германия. Ну, да. Она на слонах воевала? Ну, в смысле, это мировая война, все воевали. На слонах. А. Не знаю. У них не было танков вообще. Ну, не знаю, но у них... А чё я мигаю, чуваки? Как мигаешь? Я мигал. Не знаю. Ты нормально? Я мигал, как сиреневый чувак. Не, ну у них сейчас есть много нашего вроде вооружения, но у них сейчас своего тоже. Не, ну нашего судов-то понятно. Не, у китайцев тоже не было танков, пока Т-шку не завезли. Ну так. Ну какой-то изи уровень вообще. Надо протащить. Как-то не сбалансировано очень левел, мне кажется. Лол! Чё за сопля меня убил? Последний. Ну, пророка надо пророка бомбить. Успел. Поверну, давай пятюню. Последнюю сотню, держитесь. Ну, это тихо. И по микрофончику. Я ударил, все. Тоже, давай. Все, нормально. О, вы с пророком больше намашнили танков. Ну да, мы про это и говорим. Намашнили. Да потому что Тогач слился банально. А, ну да, да. Ничего не понимаете. Давай как-нибудь страта, давай страту искать. Так, страта, значит... Фабино, сливаешься, я играю, да? Ну, Саминт, я очень сомневаюсь, что у них вообще что-то было. Откуда этот вылез? Кроме слонов и копий. Слоны норм. Слоны, знаешь, так танк берут, короче, хоботом и все. Да ну, да почему? Не знаю, мне кажется, у... Если кто не знает, то в этой вафле... Ой-ой-ой! Применен очень интересный способ убийства танков. В каком? Где? Они брали этот, как его, две или три пальмы, растягивали их с помощью грузовиков, там ждали, может... пока танк проедет. Я не успел. И камешком его сверху. Да подобный способ, но действовал, кстати. Связаться с слоном изи танк разваливали его, ну. Цивилизация даже. А сколько весит танк? Сколько весит слон? Несколько тонн танк-то весит. Или может даже несколько десятков. Смотря тонн. Какой танк. Ну какой бы там, Т-34, например. Самый крутой. Самый крутой, это в смысле самый тяжелый, в смысле? Это Маус, по-моему, под сотку тонн, да? Да. Мне вот интересно, вот со времен войны, да? Подожди, пятый или шестой? Шестой.
Шестой. Со времен войны насколько прокачались танки вот современные? Насколько, сколько там? Намного, очень танков намного. Танков может порешать один танк. Ну, еще зависит от танкиста, как бы. И нет, вообще от ландшафта там. И... Не, ну честно тебе сказать, так вот прямолинейно сказать, что вот они да, там понятно. Прокачались и так далее. Ну, знаешь, просто смысла увеличивать орудий просто нет. Да, там прокачиваются другие параметры, там проходимость, там скорость, мобильность еще какая-то. Что-то, да. Вообще изначально точность. Уже начали прокачивать живучесть там. Да, да, живучесть. Ну сколько там, может там он 10 попаданий какого-нибудь? Смотри, опять же, с чего ты стреляешь. Ну, с танком по танку. Какой-нибудь реактивной ракеты баллистической, а можешь вообще с вафельки. Ну, стандартный выстрел он спокойно может заюзать пластинами, если видишь. Ну, ну сюда ЛВ, это все, турбокнопка. Все, мощни сюда. Сюда в мощни, да. Давай, пророк, я им наяриваю, ты их убиваешь. Ну. Не успел немножко. Ну сейчас попку. Нет! Нормально. Живи. Давай, нормально. Last hitim. Сыбите сюда, Лова. Не рассказывал, как танки овнятся зенитными орудиями. Но зенитками, я думаю, да, овнятся. Нормально. Так, давай теперь я тут. Ну, чё-то я думаю в сомнениях. Про именно современные, если говорить, танки. Сомневаюсь в этом. Уже зенитки, и ты снимешь танк. Нет, если папа рассказывал, а Silent, ты не молодой, значит, это про то, про военное время, я думаю. Нет, меня спросили про именно современные танки. А, ну да. А так прямой наводкой до запреста. Ну, хотя тоже смотри какой. По одному выбивают. Ядрить я максимальный. Слева буду. Ядрить, главное, не слей. Ядрить там это, лопата. Ядрить, что-то ядрить. Давай теперь ты вставай. Ну, ладно. Все, Судамов, мощни. Да, ну, хотя вот супер танк от вот этого ни капельки не отличается. По количеству пулей. Да, да, да. Что только я могу бетон только пробивать. И кирпич пробиваю в два раза больше. Кем Торпорт работает? Я? Сотруднику ТК. А, поподробнее. Отдел технического контроля. А, короче, да. Платы всякие проверяют там. Да, да и прибывают. Что это? И таеты. Извини, то опять. Если что-то не работает, то надо турочить. Ну удаляй, ну. Ну что? Серьезно, что ли? Пророк, я не наладчик. Я именно проверяю, как правильно сделано или неправильно. Оно не пробивает броню, но из-за вибрации от попадания внутри танка получается каш. Спасибо. Тоже как вариант. Спасибо. Сюда лучше. Там справа дырище надо прикрыть грудью. Сюда, где ты слил? Супер-пупер. У меня пророк слил меня. Сюда начал что-то меня палить как-то. Да, пророк ударил сюда. Пророк ударил сюда, я ударил пророка, уплыл, и их убили. Кажется, мы сейчас зафейлим. О-о-о! Вот это танк не очень. О, нет, нормально. Гейм-овер. По-моему, последний, да? Что-то 4 только на экране. Что-то как-то счет не очень. Можно вопрос, что значит не декларированные возможности? Да что это обозначает? Что под этим подразумевалось? Ну что-то не знаю, типа есть огромный там какой-то пророк, девайс. Пророк, как-то мы не очень. Там и можно это, как этот использовать. Ну тоже скажи, как у тебя там это на столе-то, грузик этот, да? Противовес. Выпить-то нет, можно и лежать, на самом деле, с ногами на столе. Додумался только. Ну тогда балагон. Живого. Сейчас потащим. Давай, вот, ну, я встану. Давай ты встанешь. Давай, я встану. Видите, там что-то машнят уже, что-то куда-то там. Полезли. Но в плане встроен жучок, который не описан в документации, например. Самый простой пример. Спрашиваю. У меня есть документация. Любое отклонение — это либо брак, либо не... Либо надо писать карту отклонения. Все. Не так вставай, не так. Встань чуть... Да, вот так. То есть мне все равно, что там... Жучок или там... Так. Не знаю, танк туда вставили какой-нибудь. Надо... Берите.
Да, это вот... Нил, короче, начал. Нет, еще один раз стреляй. Еще раз с него стрели, надо... Вот! Ну, это... Оно, оно тебя от одного удара спасет, Фабино, вот эта штука. Да, я понял. Дайте мне это. Ты чё это такое? Чё за смайл? АВС? Абисом. Чё? Абисом, ну типа офигенно. А, Эвейсом. Чё-то у тебя, Владислава, не отображается. Тебе нужно перезайти в аккаунт, если... Да, перезайди в аккаунт, и у тебя будут смайл отображаться. Сам аккаунт именно из когда ты вот. Когда... Чё-то нас вообще месят по-жёсткому. В смысле? За 2 сотки дают смайлы. Если ты только сотку, то... Да, мало, да. Донатил. Мало донатил. Давай кидай еще сотку, что ты это ставишь? Можешь мне кинуть, у меня 4-я страница смайлов откроется. Ничего у тебя не откроется, Фабино, ты что, упоролся? В смысле, если... И самое главное... Ну если теперь донатишь, то откроется. Да, если донатишь. Что ты говоришь? Ой, прости, Судал. Ты такой незаметный. Вот и выжил. Что ты сказал, Торыч? Потому что ты ни капельки не машнишь. Да-да-да, ни капли не машну. Да ну, зря вылез. Ой-ой-ой, сори. Ой. Это был не я. Все, стой там, чтобы никто не... не баловал. Торыч, встань так же. Так, там вышел бонусник. Давайте его фигарим. А почему они бетон не прибивают, я чуть не пойму. Как-то этот бонус странно работает. Машни! Ну! Чё машни? А чё дает звезда? Увеличивает дуло твое. А за что? Что? Ну блин, сказать бы, что ты такая полезная. Просто ты играешь, что ж ты? А, я живой, что? Чё, я живой, нифига. Что это сейчас было? А то я так это думал, ну сейчас все навалятся, я решил быстро. Не дрить. Я не понял реально, что это было. Владиславу ничего не дают, просто написали криво то, что за 100 что-то дают. Ничего не дают за 100. За 100 ничего не дают. Люлей даю. Догоняют, еще раз даю. Мне кажется, надо стоять вообще вот здесь. Давай, короче, вот не машните особо, а просто... Как? Казах! Ну тогда жду стрима Фабино. О! Ну, блин, а ты, ты можешь даже вне стрима это сделать. Тебе что, мои стримы не нравятся, что ли, пека-пека? Ну я встану тут нормально. А хотя да, ты типа рейтинг поднимаешь. Ну не знаю, возможно сегодня это... Если кто-то найдет нормальные прохождения Corpse Party на русском... Кто-то сказал казах Алексей Федоров такой... Ну-ка, расскажи. Лопата, лопата, чуваки. Это. А зачем тебе Corpse Party? Я хочу... Я же вчера говорил, ты не слышал? Или не слышал? Мне очень понравилось Corpse Party, не знаю почему, очень. Я посмотрел его прохождение как PewDiePie. Но это на английском языке. Но я все понял примерно, я там без словаря это сидел смотрел. Он, ну, норм так. Это у него, как сказать... Он разговаривает, что все слова почти понятны. Ну, иногда там какие-нибудь там сленговые слова понятны, не понимаю. Вот, мне очень понравилась игра. Не знаю почему, ну прям как-то не знаю. Очень прикольный сюжет упоротый. Вот. Вторую часть Corpse Party Book of Shadows я не смог посмотреть, потому что там идут на ютубе по 2 часа, по 3. У нас тут проблема. Да я стою. Я видел, ну... Нормально все, ну вы не лезете куда-то вперед. Вот. Стойте вот как мы, смотрите, видите? Эффективно. И Владислава, а этот, начал проходить, кто же там? Трафальгар начал проходить Corpse Party, и он сказал, будет проходить Book of Shadows. Я очень хочу посмотреть Book of Shadows, ну то есть на русском именно. Вот, и хочу от Трафальгара посмотреть, то есть наконец-то его стримы нормально засесть, посмотреть. И я хочу показать Судалычу Corpse Party, я хочу на русском языке нормально найти и пересмотреть. Ну и типа, стримов у меня не будет, когда будет Corpse Party у Трафальгара, потому что буду сидеть его смотреть. Ой, я так, это Friendly Fire немножко. Вот. Честно тебе сказать? Да. Ни черта не понял, ну, пойдет. Ну, короче, надо найти на ютубе прохождение, чтобы сегодня с Удалычем в рестрим это сесть и посмотреть. До ночи. Зачем рестримить видео на ютубе? Ну это же как-то, я не знаю. Не очень.
Я знаю, что не очень. Все-таки перестрелял меня. Ну, я говорю, я знаю, что не очень. Я знаю, что совсем не очень. Но просто чтобы, если кто-то там смотрит на меня, чтобы знали хотя бы, где я сижу, и чтобы тоже вникали в сюжет, и мы не проиграли, офигеть. Топино наварился, бабла и стал смотреть. Да ну это я, ну хорош! Ну прости. Да в смысле, что ты, Владислава, начинаешь? И сам корспати проходить я это удаляю, не хочу проходить сам. Ну все. Нет, боковина! А я двинулся. Если бы я стрельнул бы в штаб. Все, Торыч виноват. В смысле Торыч? Все сюда виноват. Я? Ну ты слился. У меня вообще не было там. Ну ты слился же. Ну че ты, Владислава, начинаешь? Не, вообще, Домино, если честно, вот про Кросс-Пати, вот именно игру. Честно тебе сказать, ну, я ее посмотрел у стримера Нейрона, и мне кажется, его никто больше не превзойдет. Вот, да, стример просто шикарный, ну, опять же, мое мнение. А, он воды выкладывал? Ну, не помню. Вот если выкладывал, я могу его, то есть, включить. Ну, я хочу просто найти нормальный. Я на Ютубе, пока вот Судалов там все с парадом разбирался, я искал. Нашел вроде как более-менее один, но он там не нравится, он как-то переигрывает. Ну. Хитрить пули так летят. Вы еще с комментами хотите смотреть? Да, ну ёлки, она там... Ну, зачем вообще какой-то посос, я не знаю. Ну, я знаю, что посос, я говорю, это единственный раз, наверное, так будет. В смысле? Макс Пейн третий будет? Какой Макс Пейн третий? Ну, там был этот перс посос. Кто в меня? Как игра называется? Корпс Пати. Бери. Ну, спасибо. За бонусом погонишь. Я пошел за бонусом, вот ты сам меня заовнил и сам сделал. По-моему, мы погибаем тупо из-за того, что мы хотим друг друга перегнать в погоне бонуса. Я не знаю, вы за бонусами гонитесь, мне вообще ноль. Бонус — это какая-то еврейская хрень. Типа вот эти вот системы Адольфа. Вы друг друга выстрелили. Вроде как-то... Не хочется, Настя, вроде хочется. А что ты предлагаешь тогда, как посмотреть? Просто в твоичка с ним посмотреть? Почему я вообще... Я просто как пройти игру на стрим, ядрить. В смысле ядрить? Я... Ну, вообще, я не могу, у меня реквесты. Пускай он проходит игру, и все. Ты можешь пройти игру на стриме в Судалу. Да, пройдешь игру на стриме в Судалу. Че, в первый раз, что ли? Хватит говорить голосом Нюка, я пугаюсь. Понял, да? Ядри, да я на Нюка вообще не похож. А ты... Я Нюк. У тебя татуировки есть? Нету. Ну все, не Нюк. Как что ли их делать? Потом не отмыл. Чем ты базу рушишь, Хабино? Ну я хочу встать удобнее. Да ядрить! Не надо рушить базу. У меня проблемы с судом. Да. Я посмотрю потом Альферов. Сейчас раунд закончится, посмотрю, что ты там кинул. Или если я умру случайно. Что-то вы сливаете. Ну что вы сливаете там, Фабино? Базу рушит, блин, надо. Все, встал нормально. Ну ядрить! Ой, ну Судалов, ну чё ты в меня стреляешь? Зачем вы сняли вообще бочину? Вот, ты... видишь, нормально стою. Да, я хочу! Бонус! Не смотри, Пупина, не смотри. А там у Торыча ноги стоит, стреляет. Торыч, блин. Это я. Я в кого не попадаю даже. Да ядрить! Все, я сливал, понятно. Бедно, зачем ты разрушил Дашу базу? Нет, это фигня, не та это, ёлки-палки. Чё это? Это не Корпс-Пати вообще даже. Это Ghost School называется игра. И во вторых... Нет, Корпс-Пати там две части, насколько помню. Book of Shadows и вот это, которое я говорю. Как это она там, не помню, называется. И она на PSP вообще выходила. То есть это игра с PSP. Так. Кстати, ее пройти не проблема. PSP есть нормальный вменяемый эмулятор, который ее тянет. Ну, хитрить, не знаю.
Я знаю. Он так, как будто бы я спрашивал. Есть, все нормально. Смотрите, это... я говорю, мне не интересно проходить, потому что я знаю, чем закончится, но я хочу ее пересмотреть. Аляйка какая-то. Ладно, я его там запер, вот пускай там вертится сам, как хочет. Ну ты сиди там, сиди, да, у меня толстячки будут, а ты будешь сидеть там. У меня будет меньше толстячков на экране. Сиди там, радуйся жизни. Жопа с ручкой. И да, у меня реквесты, не могу проходить их. Сейчас бонусы пойдут, блин. Сюда взял машину, все. Не убивайте вот тому вот сопляка. Пускай okay. Там сидит. Да как, там твоя территория, туда никто так-то не пойдет. Мне нравится, как он там сидит. Застрял. С ним все ясно, он застрял. Ну чё, переспамил. Я чуть-чуть от штаба откусил. Чё, моя рука устала. Затекла. О, их там двое те. Они не клёвые. Посмотрите, как они. Ловушка для дураков. Нормально. Вот это называется ловушка для них. Ну я понял. Потому что они прострелить этот камень не могут. Все там тупят полдня. И интеллект. Зато за это время мы не подыхаем. Ну. И меньше танков на экране зато, да? Ну, как бы. Не, танков-то столько на нас пьет меньше. Ну да, я это имел в виду. Сидят там. Там уже трое. Да лол! Чуть-чуть поросу, что ли? Ломать мою! Ну, так не стойте. Они втроем там. У них тусняк, норм. Ты весело им там наверх. Лучше не знаю, да не в таких ловушках не участвую. Ой, я умер, оказывается. А чё он там? Ничего он там? Слева вверху, видишь, тусняк? И интеллект. Там уже четвертый хотел к ним присоединиться, но не поместился просто. Места нет уже. Братюнь, извини, мест нет. Середина. Вот, ну, ну. Молодец. Мне не нажимались пульки. В чем твоя проблема? Я понял, как выиграть враги. Они применяют тактику Фабина. Тупо двигаются в рандомную сторону, а в рандомный момент стреляют и надеются на рандом. Да. Это вот как я сейчас. Ну, я нажимал, оно не спамилось. Ну что за дурацкий. Давайте обнаружим базу, чтобы встать нормально. Чтобы встать прям в базу и быть в базе. У меня есть идея тогда сразу, как лучше сделать. Чуки, не так... Почему ты быстрее сделал? Я не убью танка. Это сам цветной бой. По-моему, так просто проще, чем мучиться. Ладно, давай, это. Так, сразу ловушку иду делать. Ловушка для дятлов готова. Не ломай ее, ты чё порос? Так, надо ее сразу пропустить их, наверное, туда. Чтобы они там были. Ага. Все, ловушка сделана для этих мутантов. Мутазавров. Ну чё, кто от вас? О! Весело! Ё-моё. Смотри, видишь, на мою ловушку тоже попались. Да, я вижу, они сломали ловушку. Чё, упоролся, так повернул резко? Выстрели в светящегося. Сюда. Ой, я не в ту сторону воюю. Берите. А это чьи там крепости? Нет. Это ты что делаешь? Ты второй раз убил. Так, убиваем Фабину, он это, работает на две стороны. Перебежчик. Он, короче. Заснял наш танк. Просто поехал и убил штаб, вообще без опасности.
Защищал. Удаляй. Удаляй. Тихо. Вообще, я, кажется, нашел хорошую позицию. Тима Раков просто, короче. Тима Раков к доске. Ой, наркоманы. Нет, какую стратегию придумал, короче. У меня же есть Тимофей, ну, как бы вот. И он это, все жалеет, что у него не фамилия Раков. Едрись. Лайкаешь Штирлиц. А Штирлиц умел управлять танком? Вроде нет. Вы упорот! Ну я бумер, собственно. Оставь жить! Блин! Ну, да Идрись! Ну что ты такой машинат? Так и стой. Не, мне не нравится твоя такая позиция. Вот, да. Чуваки. Держим оборону. Зря? Я нашел идеальную позицию твою хамую. Кстати, Судалович, я, по-моему, все же спамлю гораздо быстрее. В смысле? Чем турба. Вряд ли. Как ни странно. Ну, по крайней мере, на дальних вообще остатках. Один раз в миллион лет выстреливает. Не, вряд ли, Тор. Не может быть такого. Наверное, субъективное. Возможно. А-а-а. Ой, извини. Зачем я под пульт полез? Блин, нафига танкам броня, если они такие бесполезные? Ну, блин, это прямое попадание, как бы... Да чё, тут любое попадание, по-моему, прямое. Ну, в этой игре, да, ну. Бери. Ну, бери, ну, дурацкий пророк. Да зачем вы встали? Ну, надо было выстрелить в кирпич, ну, чё ты тормозишь-то? Как тупой кирпич, блин, тут кусты. Пророк, ты упоролся. Чё, упоролся? Я не упоролся. Официальное заявление, пророк упоролся. Это нужно. Но он говорит, он кусты не может взять бонус. Переехать не можешь. Кусты танк остановили. Танки обычно деревья как-то валят, ну. Ну. Спасибо, пророк. Ну так а чё они не валят? Блин, мне бы на место вернуться. Кстати, спасибо, хорошая комиссия. Ну, ну. Да убью, не шутят. Не шутя? Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, перекрестный огонь. Судов, теперь ты, да? Я не нажимал вниз, лол. Что это будешь говорить? Привет, Элис. Лол, я не нажимал вроде вниз, хрен, это может случайно рукой задел. Не знаю. Привет, Элис. Привет, Элис. Почему всегда кто-то из наших убивает Влада? Вот так, это норма. Этот, прикинь, потом пророк, танки такие стоят, думают, что мы будем ехать? Да не сами пристрелим. Блин, ну что за фейл, хрен его знает вообще, лол. Танки могут в кустах все там тусоваться. Да не давай... встаньте кто-нибудь вот так вот, вот сюда, как я, и бейте их буквой Г. То есть, как когда вот? Они проезжают вот здесь, вот ну, так? С той стороны, и когда они проезжают снизу. Вот так, в смысле, да? Да. У тебя будет выстрел и в бок, и вниз. Против тебя же идеально. Но остальное микрируй. Блин, Фомино там позицию сменил, теперь мне приходится еще. С тебя брать дополнительный. Стоп. Так, стоп. Зря, надо было кому-нибудь с большой пушкой ездить. А мне так, ну. А вас немного у меня угодилось. Ты меня подбил. Да я вижу. Что это? Тут наезды. Ну, потому что я подбил. Ну, извини, ну. Да то танки подбил. Вот так, стойте. Ну смотри, видишь, короче, где я? Пропустил? Ударил.
Ой, извини, я так тебе путь пригородил, извини. О, очередные спагивают. Пацана, пошла. Подожди. Очередное спагивание танков, это ново. Не, вот сюда вот, когда я спамлю, я успеваю его полностью убить, он даже до поворота не доходит. Ну почему-то, ну не знаю. Да. Когда сам спамишь, то... Ну мне тяжко спамить. Ну да. Это мы не будем. О, ну, пускай так и сидят, а? Очередная ловушка сработала. Сейчас просто ничего не делать, и все будет... ...по нас работать. Отлично. Чего спасибо. Я не буду их пугать, я там себя. Не только мы будем танки катать, а кто еще? Сегодня не только вы в танке вчетвером будете катать, а кто еще? Давай, рассказывай. Ну, они разобрали эту защитку, если что. Угу. ПЦшники? Понятно. Ну, ГЦшники сперли идею Судалова. Ну, ГЦшники не в топе. Да это нормально, на самом деле. Ну, Фабино, да. Я давно уже видел, что игра, которая собирает кучу народу, ну, мой, это потом стримится топами. Вот я уже давно... А у ГЦ это не топы. Да, ну, не важно, нет, вообще. Как бы, топами это всегда как бы. Оу. Ну, сюда втопить же. Да, конечно. То есть, как бы, это вообще по умолчанию. Топич у нас тут Фабиноса. Да в смысле, нет. Топич сюда. Вообще топич пророк будет, если себе там... Сколько у тебя там еще на Яндекс.Кошельке осталось денег? Не знаю. Ну, 1004, он говорит, можешь себе помашнить. Будет у нас топич пророк. Могу себе помашнить. Как этот LVV ранен. Ну, Альферыч, да, Альферыч, иди к ним, тоже поиграешь. Да, норм. Едри! Тащу мы. И мы нормально. Все живы, мы даже все живы. Хорош. Фу, седьмой. Это сейчас пока легкие уровни идут. Не хочу это к на ним. 70-м-то будет. Ну там как-то сложность немножко непропорционально растет. О-о-о. Ну тут все очевидно. Я все, я встал, я тут буду стоять до окончания раунда. Мне надо как-нибудь встать, вот так, наверное, встану. Главное, чтобы они не начали бетон бить. Ну что-то очень мало бонусов выпадает, на самом деле. Да, я согласен. Да. Так в обычном, да? Нет, в обычном, мне кажется, даже больше. Не, в Battle City, наверное, столько же выпадало. А вот в танк 1990, который пиратский, вот в нем больше выпадало. Они зависли. Там вот в штах, видишь, развлекаются. Они стесняются выйти. Ёлки, их трое уже там. Ну смотрите, что они творят. Не трогаем их. Они такие, а давайте затусим тун-ту-ту. Ну мы так 100 лет будем ждать, когда там они по одному будут. Ну-ну-ну, ты вино. Прости. Ну что ты встал? Мне норм, пускай катают. А, можно турбо кнопку же нажать, точно. Я давно уже с ней сижу. Оп, бери. Только нам неудобные катки. Вообще, по-моему, вот я так всю игру просто буду стоять и всё. А, о, он норм. Же защиты дурацкой. Ну, блин, походу надо тащить с первого раза этот раунд. А чё тут тащить? Мне кажется, они тут все будут эти. Не, ну так сейчас тяжелые же пойдут все равно в конце. Не, мне кажется, не пойдут. Скорее всего, ну, просто я не даже тяжелого можно убить спокойно. Пока он на меня едет. А если двое? Да, ну они же будут по очереди спавниться. Нет, ну в смысле нет, если прям двое одновременно поедут. Да, мне кажется, с такого расстояния изи. Очень большое расстояние. Не факт, они успеют по две пульки выпустить, пока летит пулька. И в итоге в тебя будет 4 пули лететь, ты можешь не переспать. Я могу вернуться, мне тут. А, ну это да. Ой-ой, я забыл, что ты неуязвимый. Какой-то синий бетон, это баги какие-то, там у кого не должно быть вообще. Синий бетон. Блин, я тут стою, никого вообще не убиваю, лол.
А мне, ну, никого не убиваю, я записался в пацифисты, мне вообще надо. Да, подождите, я хочу машину. Бери. В итоге машину взял вражина. Да, не те, кто уснул. Ну что за спаривание букарь? Ну что у них там творится? Сейчас, дай я их там по этому, по машню. Опасно. Да лол. Ой, это последний. Да их там просто заспавнилась куча. Сзади, видишь ты? Я сейчас уйду, Торыч. Сейчас уйду. Да я как-то, знаешь, убивай, сколько влезет. Я в танках не жадный. Тихо, тихо, ну сюда выйдешь, ну что ты спамишь? Да я даже не смотрел в это место. Домино, не уезжай, они снова застряли. Сейчас пойду исправлю ситуацию. Подожди, трубу надо прочистить, но сантехник идет. Ну, Судав, пусти меня. Судав, ты что, это больше, что ли? Мне тут вымикривать надо, когда ты начинаешь спамить. Ну гейм овер, ну что ты? Сантехника убил, ну ты что, вообще не очень. Че вы там мутите? Как вы вообще сливаетесь? Я не знаю. Там, видишь, там затон был. Что-то как-то у них, да, с интеллектом проблемы, не было в оригинале такого. Ну. Кто кого? Ага, он выпустил пульку. Привет, Рипошель. Да как так-то, а? Здорово, Рипошель. Как они нас переспавнивают? Сюда вообще же никого не убивал. Почему? Убивал. Ну ладно. Привет, Рипошель. Смотри, на один танк, ты видел? Да. Там 63 они убили. Ну, пророк плохо постарался. Опять какое-то дурацкое место. Я заторы там убивал, так что я по определению больше убил, чем ты. Неправда. Правда. Я все. Так что, давайте, кто там... Надо, короче, голосовалку запилить. В смысле какой? Ну, не знаю. Не знаю. Какой-нибудь. Лишь бы была. Главное, что там был вариант, я там ад. Да, я сделаю, конечно же. Я ради Торыча все время делаю это. Или я бы. Я помидор. Томат. А помидор. Что-то позиция гнилая какая-то. О, имба позиция, короче. Ладно. Имба? В каком месте? О! Так бонусом, блин, надо было отжать побольше бонусов. С этого чувака. Сейчас бы он отжал бы гранату и все. ГГ было бы. Пойду чистить заторы. Блин, помидор или томат? Это, Торыч. Помидор. А я томат. Уже мне фруктовый сад. Все, кинул. Каждому своим. Подставил гусеницу. Как гусеница вообще дамажится? Как можно попасть в гусеницу? Она же ползает. Все. И гриз. Блин, там все видно, что я выбрал. Ну ладно, не важно. Что ты выбрал? Там давно уже все видно. Проголосуйте кто-нибудь за меня, поставьте. Какие варианты есть? Застримить мне сегодня Корс Пати или посмотреть Ютуб? Застримить Ютуб, я банан, я помидор, я томат. А, ну я этот, томат. Не, помидор. Да блин, я уже забыл, кто я. Думок! Ну ёлки, я банан больше. Ну не надо было эти варианты, ну тут... Да вообще, понимаешь, я... Корпус. Это мощно, это все от Домино. Если ты будешь играть, это одно. Если ты будешь стримить YouTube, то вообще я. Честное слово. То вообще что? Вообще пофигу. Потому что, ну какой смысл, блин, я YouTube и так могу посмотреть. Ну, как бы это не фильм, где ты... Тут YouTube с чатиком.
Да. Ну, YouTube с чатиком это уже вообще перебор, я понимаю, фильм с чатиком. YouTube с чатиком перебор. А фильм, так как фильм и YouTube, какая разница, тоже фильм. Большая разница, извините, кстати, летсплеера как бы какого-то там, сидеть общаться с своим чатиком, ну это как на Твиче, когда кто-то кого-то хостит, оставаться в своем же чатике, не переходить в чатику стримеру, это зашквар. Ну норм уже. А чё, мы проиграли? А почему? А мы что, должны ждать, пока они штаб убьют? По-моему, слушайте, по-моему, что-то... Подожди, давай, это уже интересно, смогут ли они когда-нибудь его убить? Ну слева должны, по идее, заехать. По-моему, враг, с которым мы воюем, он такой достаточно... Ставлю на нет! Сюда, сделай FPS миллион. А Минафи не можно увеличивать? А я не помню. Перемотать назад. Не, похоже, нельзя. Ну, у меня там за окном поряд, что ли? Ну, кому мы проиграли, но я не знаю это. Ну что, будем ждать, пока они убьют, да? Ну, я, короче, один нормальный сделал голосовок, а вторую сделал с помидорами, с томатами. Пока можешь проголосовать, кстати. 70-й уровень начал. Просто интересно. Я даже не знаю, кто тут выше, Рак. Вот, там выше голосовок, а для тебя, Турыч. Нашел? Ну, они поехали. О! Да. Я помидор все поставил. Движуха пошла? Да. А кто вообще ничего не сделал? А, за стримник. Как результат? О! Давай, давай, я верю в тебя! Ну же! Да, прям я буду играть. Прям я на стриме. Так. Давай! Есть! Yeah. Он смог. Yeah. Я за него болел, я был уверен, этот тип убьет. Танчик, который смог. Да, надо этому танчику факе поставить. Ну. Все-таки мы проиграли достойному противнику. Красава. Давай 50-й по приколу, мне вот интересно. Нет, давай на последний. Почему 7-й-то? Не-не-не. Это я вообще-то хотел убить базу, судам, ну зачем он так убил? Я не знаю, куда вставать, я встану куда-нибудь. Ты резетнул уже, и все эти, ты видишь, да. Что с ним? Чё? Их будет 250. Да-да-да. А, яу. Спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Я за судом буду прятаться. И у них дополнительное броня. Что самое плохое. Друзьяка, бери. Да. Хотя я умер, кстати. А ты тоже умирал? Нет. Ну... Ну не умеешь ты в кооп игры играть. Ой, все. Кушаница быстро. Давай сняли. Каска. Какая? Я сейчас, подожди, сантехник сейчас пойдет. Сейчас, подожди. Ну, сантехник вот. Операция сантехник. Так, чуваки, осторожно, не сбивайте бонус. Да чего вы так быстро убиваете эту срань? Да потому что она была одиночная. Куда ты? Там что, в кустах затырился? Беру. Ага. Нет, не беру. А как лучше? Берите. Моржовку. А, есть. Сорян. Вообще не специально. Я нашел, короче, имба место, походу. Каска. А мне норм. И мне норм даже. Вам не кажется, что стало больше бонусов, когда мы с этим модом играли? Нет. Лол, он перестрелял меня, да ладно.
Какой нафиг? Ой, удаляй, удаляй, ой. И чё? Базу держите. Каска. Я не жадный, катись, блин. Сорян, ну Фабино, ну куда ты? Ну чё ты два раза ты меня? Ты спиннер, потому что это моя... Ты видишь, что я тут стреляю и лезешь под мою пулю? Вообще сложная игра, конечно. Если я под пулей, то, конечно. Так стоять и дал... Ну, в смысле, зажать турбу очень сложно. Проезжай. Шикарно. Все по стратегии. Ну, норм. Хорошо сработали, чуваки. Браконьеры отрубили рог последнего носорога в Африке. Да, я думаю, не последний, носорога в дофига. Да, они же даже не в красной книге. Да, они даже не в красной книге. Альферов, ну это какой-то гон. Это какая-то это, утка. Да он ВКонтакте, потому что читает. А, вот так. Как? Пацанский паблик. Ты ж мощни. Если бы они были бы в красной книге, мы бы знали даже об этом. Вот там эти, как амурские тигры, по-моему, да. Красные. Вот. Вообще, рог носорога, он дорогой достаточно, то есть этим выгодно промашнить. Выгодно промашнить, но это камни. Больше я тебе сказал. Мне кажется, выгодно промашнить. Где мигающие? Я хочу, чтобы они брали гранаты, хочу, чтобы они брали там всякую машну, там, бетон пробивали. Не, вообще просто судов очень мало. То есть, если бы хотя бы их было где-то в два или в три раза лучше больше. Я бы... Они просто клизму делают. Мне ничего не нравится, потому что я вообще ничего не убиваю. Я тут стою. Как? Пинг ясно видно от хоста, что у вас реакция не очень... А, значит пинг. Что? Не понял. Следующую жизяку мне оставьте, пожалуйста. А кто сейчас по очкам получил? По очкам? Короче. Я не знаю, я стою, держу мне ноги. А типа это наша жизнь, да, справа? 1-1-3-5. Да. А 5? Слово пока в чат. 5 это у тебя пророк. Ну слушайте, вообще, тащун бы. Еще и в этом в оболочке бронированы. Ну на машине. Это же платформа плавательная. Ты можешь вообще Ты можешь в воду проплыть, встать и их еще больше мошнить. Ты чего мошнить, я чего, машина там? Петушка еще сейчас поставит. Только ты можешь ставить петушка в этом чате. Не факт. Может сидит кто-нибудь там. Скорее всего. Сорок человек вон на стриме сидят, значит. Сорок говорит, как? Да его убили, а я говорю, что... А, не-не-не-не-не. Кажется, что у вас реакция Г, а значит пинг высок. Мы прошли. Извините. О, какой уровень трудный был. Прям я это спасибо. Прям пот катится по мне. Усы уже мухенькие. О. Ну чё? Что? Тока пошли. Это что-то истеричным уже пошло. Мы L6 танков убили. L6? C4. Это. Короче, 4 голоса говорят застримить, один говорит YouTube. Один это, видимо, ты судал. Я не голосовал вообще. Ты голосовал? Я во второй не голосовал. Ну ладно. На в первый ты проголосовал за YouTube. Ну да. Ты спалился. Поэтому не стал второй голосовать, чтобы, ну... Я понял. Никакой машины не было. Слушайте, мы опять сложные настройки не убрали. И чё? Ну так мы же не проиграли. Ты чё не? Ну а чё мы не проиграли? Ты можешь перестать по мне стрелять? Я не могу. Я... Это самое. Ну, прости, у меня... Я возьму жизнь. А у Тора чё пок... Сколько жизней? Одна. Две. А, это я. Да, у него две. Да. Лопата! Ну, если ты по мне не будешь стрелять, я её возьму. Спасибо. Возьмите. Да он чё, упорот что ли? Ты чё машнатор берёшь опять? У тебя 6 жизней.
Вот если мы проиграем еще, ты машешь на трон, понимаешь? Что? 6 жизней. Нормально. Я запаслив. Стоял гейвер. Понятно. Все, торгичи могут дышать. Понятно. Остались машинаторы только, понятно. Дочь, ну возьми у меня жизнь. Я не жадный. Да нельзя брать жизни, в том-то и прикол. Ну я знаю. О, удаляй, ой, извините, пожалуйста, я пойду отсюда, знаете. Постреляйте там по бонусу. Да вы что-то... Жизнь! Блин. Ну чё вы мне жизни оставите? Тор, ты появился. Слышишь, Тор? Ты появлялся только что, значит, да, ты только что появлялся. Как-то жизнь, походу, можно взять. Я же говорил, ревив есть. Чего мы начинали? Сюда, сделай обратно настройки, пожалуйста. Да, не, причём тут пинг? У нас нет пинга высокого. Нормально все. Все нормально. Рекорд. Так потому что EF11 всё. А, ну хотя, может так и так. Надо, короче, чтобы рекорд сохранялся, на главном экране сейф-стейт делать. Так. У нас нет никакого пинга, да? 250 убрать, да? До броню убрать. Да. Нет пинга, значит, вы вообще не очень играете. Ну да, а ты чё думал? Рыбашель. А если 5 жизней нет, то типа 3 будет, что ли, или чё? Две. Есть. Вот смотри, доп бонусы. Ну почему их мало? Нас, вот так, нас только вот так вот надо. И врагов убери 8. Да, чё? Ты звал меня? Алиска, привет. Так мы сейчас. А, я здоровался. Ну ты Фабино может второй раз здороваться. Фабино любит второй раз здороваться. Фабино, может, и на стриме сюда поздороваться, в чатике поздороваться, а потом еще раз. Держите меня, Серый, сейчас ворвусь как герой. Лерой Дженкинс. Да-да-да. Едрить, кто в меня попал? Тор. Я не скажу. Где мои 6 жизней? Что за три? Ну так неинтересно, мне нет 6 жизней. Ну машинатор, ну успокойся. Ну Тор на фарме. Че ты вылез опять? Ну че ты Фабино вылезаешь, а? Че ты вылезаешь? Хочу. Сиди тихо в своей песочнице, у меня тут своя песочница. Да опять ты начинаешь? Да кто там это? Я не скажу! Кто не скажет, тут... Тут не очень. Ну, ну чё опять начинаешь мошнить-то, а? Да едрить, как он развернулся, как он узнал то, что я там буду? Встань куда-нибудь, короче, но не сюда. Куда-нибудь, но не сюда, не сюда, да, там. Ну не сюда, ну, ну, Максатор, начинаешь. Ну куда? Ну, 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 ты смотри, ну, ты что наделал, ну, пророчище. Все, я встану вот сюда, и все, ничего не знаю. Ну вот, вот тут. База только не бей. Все хорошо, только база. Ну опять ты начинаешь, ну, что, ну? У меня одна жизнь осталась, у тебя 4. У меня тоже одна, я второй игрок. А, 4 у Тогыча. Чё Тогыча? Я ничего не знаю, я стою вот так. Нормально, да? Мы никому не попадали только что. Тайминги, Фабино, тайминги. Не справился. Задача. Не дали мне звездочку. Получил звездочку. Мощно! Все. У Тора 4 жизни. У Торича мощно есть. У него ну, у Тора пулемет. Там, там еще и слева много кто выходит. Вот я тебя оставил. Ну все, ну, удаляй. Еды! Я буду тут стоять, короче, вообще не знаю. Всё, давай. Давай тут стоять. В гараж заехали, стреляй. Чё за гаражные ребята? Я чаще, чем ты стреляю, потому что у меня пулька... Здесь всё как в Божьей, если стоять рядом со стенкой, пульки чаще. Да лоу. Бляй. Блин, а я пепси одной рукой не могу пить. Это проблема.
Может болт положить на кнопку? Ну Тор, ну Тор. Чё? Ну чё? О да, на торгах выиграл Ириску. Сегодня удачный день. Лучше бы вы не понимали, о чем я. И это Ив онлайн наверняка. Ты что, кто-то? Сюда короче, как-то тебе... можно брать жить. Короче. Подожди, может как-то надо в паузе нажать, нет? Короче, я погуглил. Несколько видов носорога уже вымерших. Штаб! Пророк, ну. И Тима Раков просто. Че ты начинаешь? Нормально же стояли. Нормально же стояли. Пацаны, ничего, что тут дырка? Я встал. Ничего страшного, у нас монтажников нет, у нас только есть этот. Несколько видов носорога уже вымерших в 2014. Их численность очень маленькая осталась. Но все-таки они в красной книге нет. Ну ты загугли красная книга носороги, если есть, то да. О, их... Торыч, там один остался. Я пошел на миссию, чуваки. Не, на Трастружде браузерная гриндилка Dark Orbit. Настоятельно не рекомендую играть. Блин, я когда помню, в браузерке рубился во всякие дурацкие. По много часов. А что это такое? Что это такое, Скорпиус пристал репошить? Это что такое? Я не понимаю. Ну, я мимо. Фабино жизненно мощнил. У меня это не Фабино, это Торыч. Третий. Третий Торыч, смотри. Видишь, у него 300. Торыч третий. А почему он умер и все равно 3? У него было 4. Только что 3 было. Неправда. Вы внимательны, судол. Ну, как обычно. Да. Я второй игрок. Пророк четвертый. Пророк третий. А почему там надписи потихоньку исчезают? 3P исчезло уже. Потому что... баги. Лаги. Ну типа давно не умираем, зачем? Вот, видишь, кто-то жизнь подобрал. Ну, возможно, это не самый лучший картридж, чем на четверых. У нас это... Дыра в обороне. Какого чёрта ко мне кто-то припёрся? Там зашёл, короче, танк без халива. Там так дроиды. Рекорд, е. Одну седьмую игры прошли. На ставки мы ж не пройдем сегодня, правильно? Судалов, ты не хочешь прекратить меня долбить? Спасибо. Я был счастлив. Пару секунд. Привет, Снап. Привет, Снап. Привет, Снап. Здорово, Снап. Их было 4 штуки, и все внимательные. Не, ну я-то понятно. Но... Я забыл попить пепси, ну ядрить. Что мне делать? Снимать штаны и бегать. Нет, ну пророк! Ну... Фабино! Ну я тут вот все время стою, все время! Я пошел за пепси! Я сейчас не могу шевелиться, я тут. Я тут бутылку открыл. Да ну как? Жизяка! Тебе оставляют такую мысль. Ну, удаляй! Взял жизяка. Кляш, это понятно, тебя бы тебя добьют. Не до того понимаю, ну. Ждал, ты зря мою защитку сломал. Ну все, у меня. О, у меня нормально еще. Ловушка, точнее. Последняя жизнь нормально. Судав, кто из нас быстрее сольется? Ты или я? Я пока не планирую. Ну ладно. Ты не планируешь? Что-то как-то неудачно. Я вот поближе встану. Блин, они там спрятались в кустах опять. Мне страшно дойти, их там много. Пускай сидят. Пускай сидят. Ну кто-то поворот, какие они резкие. Пепси пьешь, да? Да я как-то одной рукой это двухлитровую держу. Вот он хитрюга, да, Тор? Да я-то начал его спамить, ну, что-то. Ой-ой-ой-ой, о. Отправишь Шабаршева в кусты, его не жалко.
Шебуршав? Бонус был в кустах, Шебуршав, говорит, не могу достать. На танке-то, да? На танке, да. Да ну кто? Это было недавно относительно. Кто? Ну там я не проезжал почему-то. Ну не проезжал по кустам, да? Видимо, это, воду задевал. Берите это, давай, Торыча, Торыча. Опасно, опасно слишком. Ну я отвлекся на Торыча. Оно бесконечно будет висеть? Да, но пока следующее не запустим. Как? О, нормально, давай. Только по мне не задень судов. Спасибо. Ну ты сам встал, ты же видел, что я тоже стреляю. Наверное, ты прав. Я тебе говорил, Судалф, я вообще вот всю игру тут стою, и меня ни два жирные, ни три жирные ни разу не доехали. Ну. Расстояние. Ой-ой-ой. Четыре жизни. Че за не очень. Вот, все, правильные тактики там. А Тора, ты, кстати, правда, стой там прямо и стреляй. Странно, как еще два цвета не могли прикрутить, что ли? Да вообще тут странный хак. Вообще. Ну все. А кто еще? Как он меня попал? Я стоял за бетонкой, он упоролся, что ли? Лол! Я умер. Нет, тактика прогулка не очень. Нормальная тактика. Ну мы не затащим. Тащить. Их два осталось. Да, давайте это, рейписты тащите. Да, давайте. Давайте жизньку. Ну кто на паузу стоит? Тор. Я сейчас. Но я пытаюсь комбинацию. Не делай купирок, никакую фигню, жди пока выйдут. Да че, у меня 4 жизни, лол. И что? У нас еще следующий уровень. Да, тащите. Мы все равно будем перезапускать. Нет, не все равно. Мы не затащим ничего. Тащите вдвоем. Вдруг там уровень будет, где одни беленькие. Ну и еще. Да. Вот. Ну спорим, мы не затащим. Я верю. Кто с кем? Ну, в смысле, в паре. Тут не в паре, тут 4 же игрока. Тут 4, да, игрока, но просто... Ну, смотри, желтенький это... Ну, тут бесперспективняк. Сразу пошли толстые, а тут еще центр. Так что все. 13-24. Ну, в смысле, это по очкам только. Стреляй. Ой. База! По очкам. Второй и четвертый это второй я, а четвертый пророк. Я зелененький. Ну мы справа. Мы справа с пророком, слева Торыч с Удалом. Ну да. Но тем не менее мы все равно как так-то не соревнуемся. Ну то есть ну, мы да, на мы одной не соревнуемся. Стороне. Мы не соревнуемся, а просто. Четыре игрока, вот видишь, убирается. Десятый это был. Одиннадцатый. Блин, ну сочувствую. А чё у меня не... то по кнопке же не... Ну в смысле, ну мы как бы на одной же стороне снап. Ну как бы чисто по очкам в конце, ну да, можно, но... Это так, ну, так мелочь как бы. Это же суть померится. Да, да цель-то вообще. У нас это, с Удалом самые большие дулы были, померились. А у Торыча тоже были. А пророка не было. Подожди, а... ты ради самого большого набирал? Что? Ты ради самого большого набирал? Дубы? Да. По-моему, только я. Нет, самый большой, да, Судалыч. Точно. Ты тройной набрал, да. Давай сейчас вот с бонусами поаккуратнее надо. Вот, дуло, бери, Торыч. Я в кустах, пророк, не бей меня. Я не вижу тебя. Ну и правильно, я ж зеленый. Что-то мне эти светляки не нравятся. Потом. Да победу, знаете, берешь все бонусы, короче. В смысле все бонусы? Брось спросить, а у кого дуба самая маленькая? Так, а все, кто после смерти, у всех самая маленькая же. Это у всех одинаково, кроме Фабина. Кроме Торыча. Да. Сейчас у Торыча сам пошёл. А кто остановил? Не знаю. Торыч, ты остановил? Видимо, Торыч. Может, он отошел? Да, сейчас, все, я вернулся. Ничего не брал, это, ну... Пророк, ты до двойной машины добивал? До двойной нет. Вот, раз? Что... Значит, раз, два, три. Давай. Ну я зато жизнь не добивал. Ну вот, короче, у пророка была самая маленькая дуба. Ну короче. Ну чё никогда... сразу это? Никогда не добивал двойное. Чё сразу так вот в открытую, как бы, делать какие-то выводы такие?
Неэтично. Ну мы все двойные набирали, ты нет. Мы все да набирали, они что-то. Ну там молодцы, чё. Никто не сбивался с нами. Бери бомбу. О, хорошо. Бери, а, значит, как дуло, так это самое. А оп. Как это, так это сразу пророк. Сюда, ты только никого не выпускай, я норм стою. Я плохо чувствую, вообще. Не норм. Чё там в кустах спрятался, пророк? А чё, нельзя? Бомби его. Молодец. Ваншот вообще. Ох ты ж сосронец! Светляк пил? Офигеть. Ой, они сломали Тор. Я видел. Ой-ой-ой! Нормально. Не парься. Окей, ладно. Я забился. Если чё, зови. Ага. Всё? Изи-пизи. Жалко только оружие слил. Жалко только пророк дважды слился. Ну и черт дважды, я один раз геройски пытался взять бомбу. Геройски. И команду. От кучи танк. Но не фартануло. Ну да. Бонус 1000 очков. Да. О! Хороший уровень. Я ну, даже знаю, где сюда, я сюда пойдешь. А, сюда, пацан? Наверное, да. Окей. Буду просто мошнить, короче, прям их, их штаб. У Шебуршава травма оставил. Да ну, это комплексы не развивают что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну если будет двое, они перемашнят меня. Так что ты готовься, чтобы. Ой, а, ну хотя он же не. А, он не проедет же, так что. Ловушка сделана. Вот так. Нет, тихо, стой, стой. Короче, стой, встань так же. Короче, если будут. Ну нет, ну. Ну не что, так. Ну я фигню какую-то сделал. Да. Я вижу. Я хотел, ну в смысле того, что понимаешь, если будут подъезжать, будут переспавнивать, я тебе помогу, ну ты понял, да? А-а-а. Я вот для чего встал. Сам по кнопку очень сильно решает. Да, но так ты не. А, ну тоже убиваешь, да? Да, да, да. То есть мы вдвоем с тобой, видишь, машним. Ну если что там справа, а сверху ловить. Ой, ой, все, ну. Ой, все. Аня запаниковал. Давай просто встанем вот так и все. Давай. Давай. Идиот. Слушайте, а можно к вам третьим? А справа ты ловишь? Ну блин, ну что? Ну это все пророк виноват. Ты чё это? Чё? Ой, прости. Смотри, да давно. Оригинальное значение это да, конечно знаем. Это сумочка такая. Это такая деревня машина. На капле. Слышишь ты? Кто меня сзади не прикрыл? О, молодец, Торыч, молодец. Давай, пускай они поразвлекаются там. Вчетвером. Пятером не получилось. Пятый лишний. Это такая боевая позиция, да, квадратиком? Да-да-да. Черепашки. Чё, их убиваю? Да не, пускай стоят. Раз, сантехник, короче, поехал. Формация. Ой. О-о-о. Хотя бы пепси спокойно могу попить. Мы с тобой вдвоем остались вторыми. О, давайте мошните жизнь с этого красного. Сейчас реснет у нас. Давай. Ммм. О! А меня чё не резнули, алё. Сюда. О, да, как интересно так. Не знаю. Ну, я промошнил. Ну, нормально вообще. Формация кирпич. Бесполезная, но впечатляющая. Я-то знаю, кого резать, пека-пека. О, почти перебил меня этот. По-моему, все же женски можно, блядь. Нет, это, она автоматически как-то далась, я ничего не жмал, не жал. А почему меня не резали? Рандомно, что ли? Да непонятно. Мне страшно. Надо загугли. Так это же именно в этом хаке. Ой, ну. Да, тут не там свободно. Там смотри, можно под броньку, ну вот так вот залазить, и он все не попадает. Это я специально сделал уже. Ну-ну-ну-ну. О.
там Вихуг отвлекается? Так я-то в паре с Фабинов, Фабинов взял жизнь, я Рисмос дал. Да, так да. Что как-то непонятно. Он же со мной в паре был, да. О, нормально. Жизнь еще. Жизяку. Тащите. Столбичок. Подожди, а, это тоже справа? Оп. Да, да. Я шум... Ну я, чтобы они здесь не шастали. Ну... Тяжело. Еще полчасика я их завалю. Не всех, но половину. Чё, кто? Вот, честно говоря, вот на этот хак я посмотрел. World of Tanks именно сделан с этого хака. Отвечаю. Самая безопасная позиция. Сидеть где-нибудь далеко и не грибаться. О-о-о. Это лучше сколько стримить будете? Сдав к тебе вопрос видео. Я не заметил. Не знаю, как пока не надоест. Да. Пока не перестанут донатить. Уже перестали. Пацаны разошлись. Да. Да они что-то решили потусить немного сходить. Тусовка закончилась. Да-да-да. По домам пошли. Чё, Про, как Дота поживает? Дота? Да я вот жду всё дурацкого судала, когда он что? Будет. Куда ты больше будешь проходить? Понимаешь, из-за того, что ты не играешь в больше, я не играю в Доту. Понимаешь логику? Ну, значит, хорошее дело делаю. Сколько там осталось там? Две недели там осталось, по-моему. До того, как там сдал автолуз. Как? Ну... Торочем придется тащить. Да ладно, их там немного осталось. Наверное. Наверное. А чё они это как его... рождаются? Ну если всё как World of Tanks, то ты должен уметь тащить один. Не, World of Tanks как раз таки наоборот. Один вообще ничего не сделает, да. Отвечаю. Так это самое, а если союзники там не очень попались? Ну, сразу вздыхаешь. Да. Я недавно сыграл бой в сухую. Ну, меня одного не убили. Не, ну если ты там на самом... Нет, там бесполезно вообще одному что-то делать. А, ну там Сау, мог засветить, а тебя Сау всякие убьют. У нас в Доте, короче, один раз за историю просто. Там что-то, мы раскидывали соперников, и, короче, трое ливнули у них уже, осталось двое. И мы этим двоим умудрились проиграть, в пятером. Главное, как это произошло, это просто жесть. Там у нас Бладсикер, такой донный, он, короче, пошел и решил что-то выпендриваться, пошел на миду двоих, типа, забирать, потому что мы преимущество у нас было. Слился, байбекнулся, тпшнулся на мид и, короче, снова слился. Я ни одного слова не понял. Ну, короче, мид, ну, помнишь, что такое? Ну, я, кроме мида, ничего не понял. Мид, знаешь, что такое? Ну, помнишь? Ну, да. Ну, короче... Да, не нужно объяснять, меня не интересует это. Ну, окей, ладно. Ну, у нас в контре так было, мы остались вдвоем с чуваком. Какая ММР стори? Были боты. У нас была великая ММР стори. У нас был счет, сколько там, 13 что ли, 3. У нас чуваки ливнули, потому что, ну, поняли, что не выиграем. Мы остались вдвоем с другом. И мы затащили с ботами их, понимаешь? Ну, Тор это последнее. Вы понимаете? Ну, ты тоже это понимаешь, Пророк. 13-3 был счет, максимально надо 15 набрать. И мы выиграли. Эй! Я пошутил. Почему на моих 4,5к такого бреда никогда не было? Владислав спрашивает. Я не знаю, но это было один раз в жизни просто. Все знают, кто такой Лавсикер? Кто такой Лавсикер? Ну что, Тор выиграл. А кто такой Лавсикер? Там ММР все равно не засчиталось там что-то. А вы знаете, кто такой Лавсикер? Нет. Я тоже. По-моему, я не помню точно. Я даже реплей где-то сохранил, но он уже это, наверное, где-то потерялся. А те чуваки расслабились. Блудсикер. 13-й раунд. Пророк, почему? Пророк? Пророк! Пророк! Пророк? А чё, откуда пророк? Не спи. А как пророк-то резался? Просто так.
Игра захотела, чтобы прыгнул пресло. Звучит. Ну все, имбарь сейчас будет тащить. Имбарь тащить. У вас по одной жизни. По нулям. По нулям, а не по одной. Ой, ой, ой. Ну в смысле того, что. В смысле, по одному выходить. Блин, ну я турбокнопку не нажал. Нажал обычную кнопку. Из-за этого выстрела. Да, 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 оправдывайся. Ой, торочи. Имбарь затащил. Усач затащил. Ну а это у меня турбокнопка, я перепутал. У меня обычная кнопка выстрела, это обычная кнопка. А турбокнопка я типа, ну чтобы не пользоваться, подальше убрал. А тут мы решили то, что можно пользоваться турбокнопкой, я... О, ой-ой-ой, все. Не, он не очень. Одевайте обратно рубашечку и в мягкую комнату. Ну, два раза так не повезет. Повезло. Два раза так не повезет. Ядрить переспавил. А, вот сейчас, кстати, вылез гейм овер. А, помните, тогда ждали. Да. Ну, короче, я понял тактику. Рекорд. Ты понял тактику, то, что мы на Б тебе тащить. Не, я на, именно на 13 левел. Он изич. Ох уж этот перевод. Да, вчера особенно, помнишь? Из-за перевода. А, в смысле, а чё тут-то перевод? Чем не устраивает? Тут сюжета ж нету. Чё-то я пока не понял, где мне стоять. Норм, чтобы было. Ядрить, ну как так-то? Я ж нормально ж стоял. Может, мне желательно так сюда, чтобы ты не ломал вон ту планку. Какую? Да, да, хорошо, Фабинов. Ну вон, в которой они сейчас будут. А, ну это я заметил, да. Вау, не сидите там! Сидите, чебурашки! Ну ты понял, да, пророк? Давай поменяемся местами. Давай, сейчас, тихо. Я пойду за каской. А чё это имба? Убивай, убивай, убивай! База, база, база! Чё база, база, база? Кто кричал? Я. Зачем ты кричавший? Смотри, я их перебиваю, видишь, как имбой. Меня буду... Кстати, если Судалф будет наверху, это удобно. Не беги за ним, не беги, Судалф убьёт. Стой, по позициям всё стали и норм. Давай я вот тут встану, попробую. Давай, встань. Так я в тебя... Нет, вот жирный зад попал. Я понял, я осознал, отпусти. Я ж говорю, нормально все встали. Ну, понятно, что тебя переспаунит. Надо же. Перебил все-таки на последнем этом. Да лол, сейчас меня все-таки перебьет сейчас один на какой-нибудь. Все в позиции испамить, ну. Но мы так уже несколько уровней протащили. Ну, по-моему, да. Мы все уровни так это. О, бери лопату, сходи лопату. Да нафига её вообще брать, если мы как бы... Ну да, но все равно временная. Да не, ну приятно. Да. Бетонная база, нормально. Кто на машине 5 жизней? Ты. Да. На машине 5 жизней. Вот засранцы, а машине ты не говоришь. Никакой командной игры. Не говори. Блин, ловушки идеально работают. А чё это за машина троих? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну... Я возьму его на свои плечи. И тебя Судалф за это отблагодарит. Выстрелил. Кто ты можешь теперь жить? Ах, я? Ну что, молодец, правильно сделал, вы не очень. Все, последний. Запоминайте мои ловушки, они идеальны. Такие. Нормально. Нормас. Что-то их мало было. Или мы просто их очень быстро аннигилировали? Просто быстро. Нет, как-то мало. Не, ловушка просто хорошо работает. Два раза мы с тобой хуже. Пророч, давай, пророч, думать. Нормально, я встал. Я на своем месте. Все, у меня аж это, у меня аж спам, ну ты понял. На имба. Отъезжай, Судалф, назад, становись. Могу вот тут еще встать. Да, попробуй тут.
И сверху, если ты что... Ты нет, встань пониже все-таки, встань пониже. Да, да, я понял. Вот тут вот, да-да, вот тут, идеально. Нет, пожалуй, буквой Г надо становиться, как я. Да, идеально. Ты опять на машине у жизни. Сюда в ноги стоим. Лопату, я за лопатой, чуваки. Сейчас будем жить. Возьми. Там! Хорош. Блин, дайте мне одну жизнь. Я бы извиняюсь, товарищ. Да не выйду. Ну, еще выйду. Да я ну, да я запутался в кнопках, дурацко. Вот фармила вы, а? Кто? Да жизнь нет. Ну. Штаб. Тактика подвела. Ланс 87, привет. Ланс 87. Привет, Ланс 87. Да где я? А, я на базе, блин. А чё меня на базе? Чё за хрень вообще? Я же стоял. С 87, я всё-таки прошёл Метроид. Да чё меня опять на базу телепортили? Я не понимаю. Я всё-таки прошёл Метроид. И первый, и второй. И Супер Метроид. А, это тот самый пропавший реквестер. Ну ядрить, ну меня убили. Все жизни. Это плохо? Туда. Хидрить он резкий. Там пушка. Да, да, она ну, без... Тут она только травку уничтожит. Кабино, ты главное не слей это самое. А, хотя все равно это самое, без меня не дотащите, так что будет. Ну что ты начинаешь говорить про не слей, я слил. Ну потому что вы без меня не дотащите, так что все равно будет резет. Ну снап, я во всех запутался. ЖЖ. Нас убили еще. Не, не могу. Это 14-й, да, это 14-й. Ну прогресс-то идет. Ну прогресс-то, да, идет. В чем запутаться, ну не знаю. Гейм овер. Я даже напомню свой ник тебе. Ой. Так, короче, там ловушку сделал сюда. Угу. Чтоб они вот сюда ехали. Торыч, пожелай мне приятного аппетита, говорит Альферов. Приятного аппетита. Я, короче, нашел себе позицию. Приятного аппетита. Ну что такое? Что он так умеет? А, сзади же, ну чё, ну что тут вообще нигде, негде стоять? Вот тут стой, стой, отвинься, вниз. Сюда вот. М? Да вниз. Не, плохо, лучше тут на две... А ты Торыча стреляешь? Ну я Торыча вижу, ну... Бери! Оп. Что они какие-то упоры-то, я тебе говорю. Да ядрить. Давайте всё-таки вот сюда кто-нибудь встанет. Потому что это очень важная позиция. Нет, не надо. Спасибо. Вам это очень важная позиция. Ну только она такая ломаемая. Она не ломаемая. Как тут сломать? Тор вышел. Тор, а что ты вышел? Ну, видимо, у него сын Энн, наверное, вылетел. Тор надоело играть с нупами. Решил ливнуть через дисконнект. Вот это... Рэйч квит, да? Да, по-моему, вообще позиция нагиба. Никто ничего не сделает. Ну, может быть. Ну, этот танкист заснул что-то там. Где? Стоит на в гараже. Да какой ты? А. Нет! Прикрывайте, у меня это, рука занята. Торыч, ты тут? Торыч, ты с нами? Тогачи. Тогачи, ответьте. Чё-то у нас тут как-то пустовато. Оборона не очень вообще.
Все, Тогачи вернулись. Ну, на это Мидна. Тогачи, Тогачи, привет. Знаю, хорошо, что Миднафин, да? Да, ну... Ой! Ну, стоим, стреляем, чё. Ай, он сейчас там намашнит нам базу. Намашнит базу? Ну ты чё не намашнил базу? Главное, сейчас мне назад не выстрелить. Забудь про управление, да. Ну, ядрить. Ну, ядрить. Нет, плохая позиция. Главное, кнопку назад не нужно. Вот это вот я говорил, что... Стоп, давай не спамить. Ну, это ты стреляешь, я не стреляю. Че, упор отстрелять, что ли? Тогача убили. Как так-то? Тогача. Сделайте так, чтобы я вас не задевал френдли файром. Меня не заденешь. Ну я вот этого зеленого задену, фабинист. Зеленый фабинист. Зеленый фабинист. Ну, я да. Вот думаю, может мне все же пойти поесть? Ну это... Оо. Ну вот он, зачем он повернул прям мне в шасси, чтобы выстрелить? Оо. Так, самая важная зона закрыта. Закрыта? Пророк! Психанул, короче. Пророк, ты не разобрал. Извини меня, я нажал влево выстрел. А почему не сработало влево? Потому что ты в меня выстрелил, из-за этого я не мог повернуться налево. Да, да. Вот что произошло. Да, короче, просто нервы не выдержали, психанул. Штаб выстрелил. Нет, Рич, ну Фабино, все, ты виноват. Да, да. Я даже фейспалм пришлю для фабиниста. Прямо в чатик. Ну только ты сам себе прислал. Ты же штаб взорвал. Давай факты, факты, понимаешь? Так, давай ты мне дашь проехать. Проезжай. Все, сделали, короче, проходики тут. Будем имбовать сидеть. Имбуем. Идеально. Проще, на покупку пикоинов проценты не берут? Берут. Ну, в смысле, и робокассы, и через робокассу, то там берут. А теперь что не берут? Ну, напрямую можно дочку скинуть на... И кто-то покупает, серьезно? Ну да, пророч, 1600 рублей намашнил. Ну, у меня 800 рублей было, я задонатил еще 800 рублей. Дайте-ка возьму. Ну да, значит 800 рублей. Ну, 1600, в общем. Не, я туда не вернусь. Да я теперь, знаете, что могу делать? Я сейчас тебе скину, покажу, что делать. Ну, не сейчас, ладно? У тебя тут... Тебя сейчас убьют. А чё ты не стреляешь-то? Так я думал, я... Идрить. Так, у нас это... Это всё пророч. Да, пророк тупо вообще... Подставил. Подставил. Я свернул. Хотел три петушка. Да пусть свернул во время боя, ты чё? Ну на паузу ставь, если чё. Я ж поставил. Да. Ну скинь, чё хочешь. Давай, скидывай. Не хочу я на паузу. Давайте играть, дайте доиграем. Потом скину. Это сейчас уже не всем будет. Как маленький. Чё ты начинаешь? Думаешь, усы имба, что ли? Я теперь чатик не вижу. Я открыл смайлики. У меня крестик. Из-за крестика я не вижу смайлики. Ой, чё я несу вообще? Адольф, там что? Короче, ну вы поняли. Офигел, что ли? Прислал Альфёров. Да чё? Не, ну чё опять Адольф офигел? Нормально же общались. Мы-то уже вчера... Мы нормально общались, и Адольф офигел. Да-да-да. Мы-то норм общаемся. Ну а чё, я не знаю, чё, нормальная система, всё нормально. Машины никакой нет. Ну, машина вообще ни разу нет. Ну. Вообще ни капельки. Ну быстрее, ну, как долго-то? Что долго? Ну, он меня уже убить готовился.
Он на тебя уже косо смотрел. Снап, его разбанили. Кого разбанили? Тору, для свеча. Я разбанил, там не перманент ни за чё. А за что тебя банили? За мультики на Твиче. Я забываю перестрим выключать и короче там мульты идут. А чё, они пред не вчера мульты смотрели. Что они? Предупреждение не выписывают, сразу банят. Ну, по поводу, да. Ну чё за чушь? Не, ну, кстати, вот в этом я тоже согласен. Вы чё за донат, чё возьмёте 30%, 45%? Как бы, ну я откуда могу знать, что там мультики нельзя? Ну ты можешь, я говорю, напрямую скидывать Адольфу на кэш. Ну, кстати, насчёт 30% не знаю, потому что когда я десятку закидывал, вот, Фабино, там 7% только взяли, то есть 70 копеек. Да, Судалов мой топ-донатер. Да не топ. Почему топ-то? У тебя топ, ну, топ... это... ДМС. ДМС. В любом случае, ты топ-донатер, хоть с конца, но топ. Понял, да? Не надо тут ничего. С конца тоже топ это. С конца тоже топ. Л-логика. Л-логика, да. А за... я за покупку пикоинов, я за это и спрашиваю. Спрашивает Альферов. Ну да, за покупку... Если ты через Робокассу будешь это делать, то да. Фабино сказал, что также проценты берут 30%. Но через Робокассу. Не 30 там, через Робокассу. Ядрить. О, мы прошли? Да. Ядрить. Машна, ну... ты, машна. Так, что там я хотел? Давай. Что же он может за 1600 своих рублей теперь скидывать? За, там, 800 рублей. Ну и тогда еще за... Ну, 250 я еще раньше поставил. Зато вот что могу. И он так будет каждый раз скидывать, когда типа я машню. Ну так, да. Что-то тут вообще какая-то неустойчивая позиция. Кого-то еще на центр надо. Ну, я могу, мне вообще не в игре сейчас буду. Я смайлики. Да какие смайлики? Ядрите похлеша 132 подписчика на Твиче. Ну да. Норм машнил. Я никого из них не видел уже лет 50. Например. Тройной петух в чате, ну. Ну да, тройной петух, это как бы... Это же вообще за 1600 рублей, по-моему, за что ты делаешь? Мне кажется, знаешь, что лучше было? Тройной петух за 0 рублей. А чего? Чё ты хочешь? Ну ядрить, я умер из-за этого. По-моему, тоже норм. О, пророк не защитил меня сбоку. А чё эти сбоку-то? Знаете чё, я сейчас вам покажу, как надо играть. Едри! Знаете, чё есть? Имба-тактика. Вот так вот стоять, короче. И никто ничего не сделает. Не, ну ловушка там нормально, свою делает. Не, это плохая тактика. Вот. Едри, чё-то я вообще не то делаю. Ядрить, кеймовер. Тащи, Судалович. Да, по-любому. Их там еще 1000, наверное. Да тащи, 1000. Как никогда не тащи. Моя ловушка тебе в помощь. Ютю-шлю. Не, ну я-то жив. Кому? И чё? Это был 15-й, да? Да. Я не знаю, где тут мне встать, правда. Я попробую вот тут где-нибудь. Думаешь, всё-таки это сделать, Судалович? Что? Отдельно для реквестов таблиц. Что-то я про это вспомнил. Можешь лист сделать, лист. Что? Об этом и речь. Окей. На этом, в документах. Я не знаю, где мне встать, меня там везде убивают. Ну я тоже не знаю, где мне встать. Ну встань, как я. Ну я встану по центру, тут что-то совсем опасно. Только, по-моему, так как я стою, очень бесполезно. Просто край. Перестань. Ух ты, блин. Моя ловушка способна держать очень много танка.
Я просто не знаю, где мне встать. Да встаньте один пониже, потому что вы тут не пропускаете кучу танков. Да, пробей это лучше. Я себе сделал, если что. Тебе помогу. Да! Лопату дай возьму. Да ядрить, ну вот вы это самое, когда вы идете за бонусами, все рушится, потому что выходит сбоку какая-то срань, убивает тебя. Да как ты повернулся? Жопу с ручкой. Стой там, где стоял пророк, правда, хорошая позиция. Вот тут хорошая позиция очень. Не, ядрить, плохая, тут с двух сторон меня атакуют. Ну, я про то же говорю, встань там же, где стоял. А вот я... тут вообще бесполезно стоять, ну, просто вообще бесполезно. Тут почему никто... они будут проходить? Они не проходят, я тут вот один пошел. Раз в 100 лет они тут проходят. Ну и что? Зато точно не пройдут. Пройдут, раз... пройдут, максимальный пройдет, он не успеет, скорее всего. Нет, успеет, успеет, успеет. Ядрить. Зато этот там один петух стоит. Ой, извиняюсь. Кому-то физиономил. Спасибо. Торыч, я ж на тебя не обижаюсь. Ну я ж нарушный. Ну да. Ну в смысле, нет. Ну как это, пошел в Скайрим ты такая, ну в смысле танки, да? Ну да. Наоборот, смысле, наоборот, наоборот было. Наоборот. Что-то я вообще почти никого не убиваю. Я тоже. Я тоже. Скажите, у вас там петух ходит. А чё за ВС? Чё за игра? Чё-то грустно стало, я музычку... Твою! Медь! Ха-ха, сломали. Сломали мою защитку. Ладно, буду так стоять. Да ну. Ну да ну. Ну. Но это было неправильно. Правил там один стоит, долбит в пустоту. Ну да. А ты как думал? Не, я впервые слышу. Зато звёздочку взял. Дайте перерывчик это, минуту одну. Да. Меня подождите. Я отошел. Я с тобой, Судалыч. Пыщ-пыщ, Судал. Угу. О, смотри. Это ты делаешь? Угу. Я думал, игра упоролась. Да, кстати, тоже, я сейчас отойду все-таки. Здрасте. Кто-то микрофон не выключил. Ой, так же. Хезы, погнали, короче. Можно же это набрать тут кучу этих. Это было там так, 14. Алло. Алло. Чё? Чё ты микрофон не выключаешь, когда уходишь? Я прошу прощения, а ты меня не мог вырубить? Нет, ну неудобно. Если... мне только трубку положить. А чё, вы начали уже? Ну, я пока тут фармлю. Это какой уровень? 14. Не может быть. Почему не может быть? Ну, я через песочницу врубил. Встань поближе, я буду быстрее пули лететь. Так они перебьют, могут перебить.
Там их, видишь, там их несколько. Не поможет, ты будешь быстрее стрелять, я тебе говорю. Прям плотно в сани, все, и они тебя не убьют. Почему не убьют, то убьют. Так, ну давай вот проверим. Так и надо, чтобы отойти я мог. Да просто встань, вот я тебе говорю, они... Нет, тебя... мне нужно это красным уже по одному это стрелять. Мне вообще ничего не сделать. У тебя скорость полета. Одну какую-то пропустил, но один какой-то бонус. СС удал. Что? Привет, Стэнли. Привет, Стэнли. Мое, я оформлю. Что ты сделал? Я не... Это... Это пророк. Ну, я хотел, типа, посильнее 15 уровень начать просто. Это все пророк. Угу. Только, знаю, слева, только слева почему-то было уничтожено. Только, да. Только я вообще не трогал. Особо опасен, смотрел фильм, там пули, знаешь, как уворачивают. Ну, в смысле, закручивают. Вот так же пророк сделал. Из танка. Да, из танка. Так, не знаю, как стоять. Это абсолютно вот беспонятная позиция у меня. Я отвечаю. Ну, стань другу, стань рядом со мной. Ну, такое ты уже знаешь. Ну, это пока. Закручиваю снаряды башни, ай, молодца. Ой, крутить. Как? Ну как? Ой, ой, ой. Да, пусти меня. Пророк, кому говорю? Ну что ты сделал? Ты его заспамил. Пацаны, у меня проблема. Я вижу. Я иду к оп, тебе. Опять сломали. Ну все. Ну не ну, все. Ну это все победно было. Ну это было да близко. Смысле? Ну, Торычи! О! Ну Торычи! Торычи, тихо! О! Я живу! Я живу, что ты там делаешь вообще? Танк! Уплю, думаю, чё не помирают крипки, наверное. Думал, ну бонус, да, нормально, чё, буду давить. Домино там ракует. Чё, на мите давно не было, что ли? Ну да. Потянуло. Ой, ну ты так и стой, нормально. Да, мне норм вообще. Фабино ушел. Куда? Не знаю. Да в комнату зашли просто. Не отвечал. Микрофон выключил. Пыщ. Ну что-то какая-то прям норм тактика слишком. Подумаешь, правда, там Фабино сливается, но... Вот я одного пропустил, и всё. Пророк пропускает. Одного пропустил. Ой-ой! Ну! Вы чё, не видели? Блин, ну чё, мне поесть нельзя, что ли? Я же пусть поставил! Не, плохая тактика, надо что-то делать по-другому. Я на кнопочку грузик поставил, всё нормально, вот меня. Тактика болта. Да. Ладно, у меня новая тактика. Нет, это плохая тактика. Главное не уничтожать этот кирпичик маленький. Не уничтожать кирпичик маленький. Блин. У меня звонок скайп. Сейчас. Звоню. Надо уведомление выключить.
все, продолжаем. Слушайте, вообще все плохо очень. В смысле? Ну я не знаю, куда мне примкнуться вообще. Ну туда. Тихо, доминаторская хрень. Ну. Еще одна. Дайте я тогда дабл стрим. Ну. Не очень хорошо. Здрасте, ну ты понял. В смысле? Ну ты понял. Нет. Ну тебе там шебуршат. Давно. А, значит я глухой. А, у меня? Это да. Ну шебуршав, я не про тебя же. Я же говорю с удалу. Ну, мне как бы тоже. Тебя шебуршат? Ага. У меня никто не шебуршит. Тор опять ест, это что такое? Тор, сколько можно есть? Чисто из-за Тора проиграли сейчас. Потому что не среагировал на очевидную вещь. Что? Нидорфрнр. Нидорфрнр. Чего ты написал? Напиши по-русски. Теперь. Это вот бесполезная позиция, что я там стоял, что победил. Абсолютно бесполезно. Но тут же проходит, понимаешь, иногда. Ох. Да. Ой, сюда. Ну что, ты видишь, я мигаю? Ну. Живи, я имел в виду. Короче, тут проще всего двигаться, а не выбирать статичную позицию. Ой, прости. По-моему, мы просто уже заржались и... Я тебе ничего не делаю. Не знаю, я всегда проходил в детстве всю игру статично. Да, я тоже. Практически. Ну, некоторые уровни, может. Давайте там, вот да, по одной пульке все-таки всаживаться. Да ладно, ну кто мне, Фабино что ли заблокировал? Нет. Как я там не проехал? Так, одну, один раз. У меня одна жизнь осталась. Печально. О, кстати, норм, не ломай только. Вообще норм. Ой. Сюда вышлился. Ой. Ой. Ой, Торыч, прости. Я не специально. Ой-ой-ой, удаляй. Ну как все, каждый, там, ГГВБ мне спрашивают. На одному играли. Если вместе, так, так потому что это усложненная версия. Видишь, столько танков, их не столько на самом деле. Торыч, спасибо. Отличная была. Это тактика от Тора. Это, ну, еще один, короче, этот перебежчик. Он специально заблокировал Фабина. Что-то уровень какой-то неиграбельный. Может, что-нибудь еще облегчим? Там уже нечего облегчать. Можно вот эту дырочку ставить? Нет, ну это бред! Вообще некуда встать. А из облегчения можно этот Friendly Fire пройти, да что ж такое? Ну да, баланс. Эй! Как он быстро? Ну я вот как-нибудь вот тут попытаюсь. Оп. О! Ну вот отменить звездочку, могли бы взять. Пророк, вот ты справа не прикрываешь ничего? Я в кустах тут стою. Да!
Как кто мне... Ё-моё! Я, кстати, сейчас очень опасно было, я чуть базу себе снёс. По инерции. Когда все считают, что Пухляш играет в танки, там наверняка ЕС сидит Пухляш. Ну я посмотрю потом. Блин, да, дурац, да, я хочу там сейчас. А какой пауэрап вызывает кусты? Да, смотрю. Да подождите, я тут... Там диверсант. Я уже думал все. Думаю, пройдем этот уровень или нет? Нет. Не сегодня, да? Ну пройдем этот уровень, но только не сегодня. На следующем стриме. Да ё-моё, ну невозможно так играть, неиграбельно. Нет, неиграбельно. Надо ролить, ну ты понял. Там диверсант. Мне очень понравилось от Брои. Неиграбельно. Если какой-нибудь в центре танк повернет и просто пустит одну пульку, то все. Да лу, ну как он меня переспамил? Я спамил как турбо кнопка просто. Пророк, если танк посередине повернет и пустит пульку, лезь под пульку. Слышь, у меня ноль жизни. Что важнее? База. Как вы без меня будете играть? Ну, мы же можем перезапустить, а так мы опять с этого уровня начнем. Логика. Логика. Ну это машина какая-то. Ну да. Ну да. Ты ж с машнатом играешь, ты забыл? С машнатом? Ай-яй. Все по нулям. Да ну кто? Нет. Ну кто? Ну ты меня глушил, этот дурочек. Да Тур вообще не играет. Суталф меня глушил. Я вообще-то все уже, да, у меня не было. Всё. Значит, меня Тур глушил. Можно говорить так, можно. Взять и это... базу свою потерять. Давайте как-то бонусами грамотно пользоваться. Например, надо кусты уничтожить. Потому что с кустами здесь вообще не видно ничего. Чтобы кусты уничтожить, нужен пистолетик. А Торыч, видимо, совсем отошел. О, нет. Торыч, подайте голос хотя бы. Торыч ест. Судам, сделай один выстрел. Какой? В бок. Ну, чтоб ему ловушку и в эту сторону сделать. Да. Спасибо. Давай, пророк, возьми. Ты рад? Мечта сбылась. Да. Бери, нет. Ну, Тор, ну, удаляй. Да не... Это не смешно на самом деле. Так. Ну ты понял, я прикрывать лучше буду базу. Идеально, двойная ловушка. Ну ядрить! Ну вообще все, но без пистолета нам не жить просто. Надо. Я не знаю, что делать. Я не вижу просто эти дурацкие кусты. Ты не видишь кусты? Нет, я не вижу, что в них происходит. Мы все на виду стоим. Если в кустах движение, значит это вражеский. Да я не осознаю этого. Ты понимаешь, в кустах реально ничего не видно. Ну как по жизни, да? Ну да. Ну а понятие ботам-то все равно, им не нужно видеть, у них глаз нет. Так вот. Они вообще рандомно ездят. Да, они рандомно ездят, они фигней страдают. Вот, и стреляют рандомно.
Я встал так, чтобы, ну, вы поняли, чтобы по центру базу не заогнили. Я тупо щит. Одноразовый щит. Сломали. Да, ловушку сломали. Давайте. Ну за что? Там была лопата. Так я хотел взять лопату. А мне дул. Мне дул не дали. Ой. Нормально. Ты-то встал, но у вас в команде Шубурша включит истеричку и сам взорвет. А горящую истеричку. Не исключено. Как? Нет! Я там стоял еще, когда твоя бабушка не родила тебя, не спавнила вверху. Да Шубуршав ушел со своей позиции, теперь пропускает, видите? Да че, откуда это? Че, с какой позиции? Нет никакой позиции. Нет, ну... Да, ну... Это я убийство, ядрись! Все из-за Шубуршава. Ой... Человек-машина. Давайте сразу на 70. Да чё ты опять раунд 70? Тебе чё так, не мётся, что ли? Вот, когда ты читаешь, не знаю, книгу интересно, ты чё, концовку читаешь, если детектив, то, конечно. Тор испортил ловушку. Сразу интересно, кто убийца. А иначе зачем читать? Интересно. Игра... Ты читаешь, читаешь, и тебе... Ну, сам думаешь, там, логику включаешь, кто там может быть убийца. Понятно, что убийца-садовник, но... Ну вот. Я как бы просто смотрю, если убийца-садовник, значит, книжка примитивная, не буду ее читать, если как бы... Там убийца кто-то другой, там, дворецкий, например, то... Это норм уже, да? Да ну, я погнался за бонусами, я просто... Ездишь. Так я первый перестал пострелять. Ну что, я дурак, что ли? Нам вообще-то не это нужно. Ну вот, я... А я знал то, что ты... Ну, ё-моё. Они жизнь взяли. А чё им от этой жизни будет? По идее, должны все мигающими стать, но тут какой-то Багулина. Брим, привет. Привет, Брим. Привет, Брим. А Торыч не здоровается. Торыча гордый. Торыча кушает. На самом деле. Ну, короче, Торыч тоже тебе привет. Ну, короче, мы не можем пройти, потому что Тор не хочет играть. Привет, Брим! Написал в чате. В чатике Миднайтон. Эй! А чё, Торыч слился? Нет. Нет. Просто Торыча не видно. Всё, короче, давай с тобой держать это, плеча к плечу. Угу, плеча к плечу. Ну, как иначе? Микро. Микро, ага. Размикрил, как в кроке. Нет! Ну там было комбо, трипл килл. Не, ну это просто трипл килл был. Да лол, что происходит вообще? Что это за жесткий? Там справа жесткий танк, он меня порешал, всех порешал. И меня добил базу. Ну а что делать-то? Ну кинулся бы под колеса хотя бы. Может заглох бы танк какой-нибудь. Да, кстати, странно, что Game Over написали русскими буквами. Почему не написать конец игры там? Game Over. Потому что P-перевод. Меня стреляют. Ну, вот это самое. Тебя стреляют? Фаст Папе, привет. Привет, Фаст Папе. Привет. Ha 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 ha!
Короче, тоже с тобой. Ну, ну опять вавилон меня убил. Да потому что ты лезешь под пули, да как чё? Я лез. Чё это самое? Ты чё превращаешься? Ты чё? Ты чё? Я не понимаю, я ничего. Под пули лезешь. Ну, ядрить их двое, реально не переспаем. Да что бей базу ты? Ну. Во, всё. Жизнь. Жизнь, жизнь. Нет! Так. Вот так встать надо, наверное, и все. Да так, попробуй встать. Может быть, это поможет. А кто бетон сломал? Или там и не было его? Я случайно. Ты что, бетон мог ломать? В смысле? Где? Ну, вон там, слева. А, нет. Не знаю. Какая-то такая новая тактика. Я думал, про базу ты имеешь в виду. По-моему, да? Там же был бетон вроде. Фиг знает. Ну, перезапустим как? Здесь перезапустим. Вчера чё в скайпе не появлялся? По скайпу спрашиваю. Чё? Блин, у меня с кубочки как-то обращаешься. А чё ты мне в скайпе писал? А чё? Почему никто не защищал? Я защищал. Меня обмануло, а в последней в серии флеш ты пишешь. Ну как бы я не стал ничего писать. В смысле? Вас там двое было, вы один танк не смогли остановить? Я защищал, я... Я скайпик смотрел. Да, он вот отвлёк. А чё, как бы, да, я он какой-то... меня перестрелял, танк меня перестрелял. Меня бомбит вообще от этого тупого сериала. Он меня бесит. Кобину, ты смотрел последнюю серию флеша? Я не смотрел 17-й серии, ничего. А, ну вот, я думаю, надеюсь, забомбит, потому что там такая фигня просто. Так я же знаю, чё там примерно. Я уже... Нет, конкретно какая там фигня происходит. Как бы, что там будет, то и так примерно понятно было. Сам. Я тебе уже это и сказал тогда, помнишь, нет, как-то... Кстати, бетон настолько же. Что-то пот какой-то пошел. Ну, помнишь, мы там что-то обсуждали с тобой? Я тебе говорю, кто там... Ну, то есть, кто там уже появлялся, и что он умеет, ну, помнишь. Ну, это, по-моему, так серия называется, 21-я, про кого я рассказывал. Грот? Да. Я же тебе про него рассказывал. Да дело не в Гроте, как бы. Ну, ладно. Ну, тогда я не знаю, из-за чего еще может он забомбить. От персонажа. Ну, я посмотрю, скажу как-нибудь. Берите, берите. Наконец-то стрелу надо посмотреть до конца. И тем более там это. Кто возьмет? Не иди туда, нафиг не надо, слишком да, опасно. Да возьму, ты чё, изи, смотри как на скиле. Даже без дамага сейчас. Ага, взял враг. Ну не успел чуть-чуть. А почему он взял, а бетон не пробивает? Что-то я не пойму. Вот в то, что я играл, там было круто, когда кто-то один берет звезду, все начинают пробивать бетон. Вообще все. И даже которые новые? Нет, в смысле, которые на экране, понятно. А. Торыч. Флэш лучше стрелы. Уже давно. Сорвиголова лучшие стрелы. Флэш. Я Сорвиголову давно не смотрел. Из-за того, что недавно не смотрел, я вообще не посмотрел до сих пор. Сорвиголова? Пророк. Отлично вообще. Чего ты не играешь? Вот. Я посмотрел «Тайны Смолвиля» же, и вообще я люблю по комиксам загоняться, поэтому «Стрела» для меня, ну, норм, но там вообще какая-то сейчас в последнее время чушь, конечно, творится в третьем сезоне. Они только ноют, по-моему, весь сезон. Бесик Шон. Но как ну, в «Тайны Смолвиля»? У «Дефендера» обсуждали. Надо их добивать сейчас. Я умер. Ну блин. Ну потому что там очень тяжело сдерживать вот на той позиции, если там не стоять и не стоять. Да, я знаю, что Тайна Смолвиля эти сопли. Я же знаю. Я называл. Тихо, я возьму. Я, короче, называл это. Да, сейчас надо. Как назывался? Супермен, который не смог. Он же 8 сезонов ни с кем там не мог замутить нормально. А сериал Флакар. Или как-то я его называл, я не помню точно. Я это на стриме как-то был. Как паровозик, который не смог. Это Кларк, который не смог. Я тоже умер, оказывается. Он мне в гусеницу попал. Ну я говорю, там правый фланг вообще нереально стоит. Но мы вдвоем остались. Удаляй. И Тор еще не играет, понятно. Прикинь, Судал помрет, короче. Тор протащит. Просто стоя на месте. О, он играет. Играет там где-то. Один танк там. Оп.
Активная оборона началась. Ну, это не то. Ну, это... все. Не, не все. Готэм еще годный сериал, если кто не знает. Годный? Это не... Че? Годный, но я как бы не смотрю. Все. Не все, все, все. Не все, все, все. Вот. А зачем ты по пульту к ним поезд? Ты сбил пулю и мог его убить. Ну, в смысле, ну я пытался. Не вышло. У тебя пухляж жмет на кнопку, тебе мало что ли? Пухляж он тебя не ценит, давай на развод. А я какой-то новый сериал нашел сейчас, вот первая серия вышла, посмотрел. Какой сериал? Приколюха. Что-то там, блин, надо посмотреть, как он называется, я не помню. Нет, потом, ну меня заценил, потому что как-то на весь этот год там как-то по-своему там взгляды. Про то, короче, как там агент ЦРУ, там, ну или что там, какой-то спецкрутой агент американский попадает в непонятное место, из которого фиг не себе может выбраться. Типа там, ну, как смотри, под куполом. Да как ты уже вот, умер там? Я их умер? Ну. Ну а как тут не умереть? Вот тут ну, сам. Ну вот тут, как-то вот не умри, ну. Тут никак не умереть. Вообще не вообще неиграбельно и невозможно пройти. Да, неиграбельно. Ну давай ты сам тут постой. Ну в смысле, ну вот как-то. Ну, сперва добейся. Нормально. Ну чё опять за машина пошла? Я не могу в него не стрелять. Каска. Ну иди тогда. Вперёд. Пойду всё. На периферию. Ой, наоборот. Все, что исчезнет. Ну иди, уходи, уходи. Я знаю, что это тупо, но просто в оригинале по комиксам так было. Снап. Почему он меня лоб-лоб перестрелял? Ну что за чушь? Они просто вот именно вот это в оригинале сделали, ну то есть вот этот именно момент. Все остальное там уже на самом деле отсебятина, и это как-то, ну, цепляет даже. А Готэм не про Бэтмена же, да? Про этого, про комиссара Гордона. Комиссара Гордона. Ну, в смысле, там же маленький Брюс тоже. Лол, у них там еще ловушка слева. Давайте я вот тут немножко пробью, попробую. Попку, ну в попку. Я могу тебе так как раз сказать, там про год. Зачем пауза-то? Это Торч, наверное. Я вернулся. А зачем паузу нажал? Раз, два, три. Не переключаться между скайпом. Он вернулся. Все, я поел. Торчем хорошо теперь? Ты ела да, меня ты на стриме. Снап, ну вообще, честно говоря, ты был неправ. Я гирку ставил на кнопку и ел. Ну это не очень, но мы проигрывали из-за этого. Гирка 100 грамм. Нет, я говорю, что... Ну вы мне таймер убили. Я говорю, что вот именно этот момент взят. Ой-ой-ой, я все испортил. Я говорю, возможно, даже полностью. Это ударим. Ставишь зря. Еще ударим. Ну ты ставил гирку, тело... Да ну не бей меня! Тело движение правильно. Ну я тебе без гузика играю. Танчики без пауэрапов? Тут есть пауэрапы? Есть пауэрапы. Просто мы не берем Бримыч, потому что мы не очень. Потому вообще что мы хардкорщик, надо говорить. Да, потому что мы хардкорщик. Я перепутал. Маловато тут программа. Пляж, аугментации пониже чуть опустить, я не слышно. Ну, плохо слышно. В смысле? Ну, фиг знает. Я умер. А ты чё? Ты чё сделал? Ну... Кто ещё не убивал штаб? Никто. Снап, а можно поподробнее? Короче, один он сюда стреляется танки. Ну я, конечно. 4П. Микрофон далеко? Никто ничего не слышал.
Не, все слышно было, ну просто немножко. И спирь, чтоб чужие. Давайте боятся. Одену микрофон на себя. Да мы так уже давно делаем. У меня вот предложение, может поменяемся? Кто-то пойдет на место моей суперловушки. Все. А я там размикрю. Судав, ну иди на место суперловушки. Давай я пойду наверх вот сюда. Ну пророк. Я согласен кому-то. Ну пророк, извиняюсь. Ну что ты делаешь? Я согласен кому-то дать эту жесть, вот где я нахожусь. Потому что здесь вообще непонятно, что делать. Ну потому что, ну мои ловушки, они вообще должны тащить, ну как бы. По умолчанию. Если ловушка не тащит, это плохая ловушка. Не, у меня, короче, было нормальное место, зря пытался сменить, две жизни просто так убил. Пророк! Там был пистолет, мы могли кусты убрать. Что пророк? Ты ломаешь? Судав, ну зачем ты ломаешь мою ловушку? Я? Судав. Да? Нет, это они, наверное, это они сломали. Убирай траву. Кусты. Убрал. Немножко. Я почитал чат, и там сказали, бывай сюда. Да что такое? Я беру поворот, я через секунду убиваю. Давай, фаспапе, удачи. Давай. Я никуда не пойду, я новым стану. Я вообще последний. У меня жизнь какая-то. Как бы, если вот так стоит, то я бесполезен, а иначе... Ну не так уж бесполезен, там никто не пройдет. Или пройдет. Ну не пройдет. Или зато как бы если нас всех сольют, то ты ну, уже будешь с кучей жизней, так что затащишь. Посмотри на мои жизни. Ну я не знал, как он меня вынес. Как-то вынес. Сюда. Ну, я. Там домино пускай сам разбирается, чё ты? Ладно. Ну это было очевидно. Я не могу двоих переспамить. Да, конечно, без дружественного огня мы бы быстро бы затащили, потому что можно сквозь друг друга стрелять. И тем самым делая просто спам. Разве? Вот, можно да, сделать? Да, можно. Ну, кто отменился? Я. Так, ну у всех по ноль жизни, и я первый слюс. По-моему, дружественный огонь, по-моему, просто не задевает тебя, а так попадает. Не, насколько я помню, можно друг да? против друга стрелять. Ну да. Мне вот это убрать как. Прошу прощения. Да мне ну. Главное, чтобы они вдвоем не топали оттуда. Ну вы вдвоем остались. Тор один. Тор один остался. Не дам! Я сам это сделал, тебе не достался! Захватчик! Это знаешь, сравнение опять-таки с World of Tanks. Все равно, что когда Ахта остается одна, найдет и топится. Да, но я-то не в курсе, я же не знаю. Ну, это чтоб типа фраг не доставался противнику, идешь и топишься. Угу. Жадный такой. Домино, хватит есть. Кто ест? Ты. Судав, не ломай мою ловушку. Она делается еще и в этом направлении, и с этой стороны в этом направлении. Кто да. ест? Какие фабинаторы? Вот. Ну в смысле, видишь, ну давайте пройдем уже. Так. Ну. Вот. Фабинаторы ну, сидят и не едят. Ну в принципе удобно. Но... Тебе нужно знаешь, что крыть? Вот проход, который между центром и вот той фигней, в которую я стреляю. Чего? Сюда же помочь мою. Что-то ловушка в этот раз не показала себя эффективной. Ну да. Кому крыть? Мне? Тебе, да.
В смысле? Проход... Вот здесь, что ли? Нет, между центром и вот моей фигней. Чтобы там есть, не заходили. Вот так, что ли? Ну, я не знаю как, но как-то. Придумать. Вот так вот? Кстати, а со стороны домино нельзя там никакие ловушки поставить? Не знаю, вроде не особо там. Вот этого вот говняка, чтобы мы проходили по правой части. Задынаил Nexus, сам добил. Что? Не понял. Бац, как радио опять слушает замечательно. В кавычках или... Да нет, он любит такое, как, ну типа включать на фон стримы. Да. Ну, кстати, я тоже. Ну, я на работе тоже. Но только они обычно лагают сильно. Я же не могу только звук включить. Ты не поверишь, что Давич меня такая... Ну, ты стоял, ничего не делал. Ну, я думал, Тор спасет. Ну, я думал, но передумал. Ты меня переспамил? Удаляю. У него сегодня хороший день был. Просто, если честно, у меня любой стрим лагает мимо или... Нет, ну... Да, я думаю, удалять. Все по плану идет. Как тебя крыть? Ну вот так между... Ну я не знаю, я могу что-нибудь вот тут изобретать. Нет, сюда вот. Вот тут я быстро буду сниматься. А, вот почему замечательно, как радио слушать. Ну... Ну то есть, если изначально не знаешь, что речь о танках... Я опять вспомнил Судаву. Engage Sexy. Да, я об этом каждый раз вспоминаю, когда Снайпер вспоминаю. Заходит на палубу, смотрит направо. Не нашел сочувствующих лиц. Да-да-да. Это Sexy не будет работать, потому что чатик, ну, не эскадвашный. Снап. Да ну ладно. Кажется, все... плохо. А что мне звонил? Сейчас второй раз будет звонить. Да какой звонят? Тут танки. Ты знаешь, я так... Ай, жесть какая, попёр, он в меня, дружи, вниз прошел. Нету. Engage. Ну, дотащите уже. А вот тропышка не старается, можно подумать. Да, в смысле, чатик и сказал, что... Ну, да. Пророка две жизни еще, ну. Ну, да. Чего? Тут, знаешь, по-моему, больше не от жизни помираем, а от того, что приходят вот эти вот уродцы до базы. Потому что, ну, если так посмотреть, я и ваншот. Ты чё, ну кто? Да. Ну зачем ты ушел? Ты же видел, что он едет, ну. В смысле, я умер. Зеленый. Я, ну, не видел, что он едет. Да ладно. Да ладно. В внимательность. Да можно было вообще затащить там, уже их осталось не так много, смотри. Ну смотри, их осталось, а все это последние уже были. Думаешь? Ну 64 и 45. Да. Осталось 3-4 танка, что ли, или что-то такое. А сколько всего? Ну, 109 тогда было на каком-то из уровней. Ну, короче, где-то 110 или 110 там. Ну, 64 плюс 45 это 109. Ну, значит, уже, видимо, все. Это были последние. Может, чуть вот больше. Вот последний танк, который затащил базу. Да. Я умер, кстати, я хочу выбрать. Кстати, со стороны прыгну, конечно, можно попробовать ловушку сделать. А как ловушки делать? Ну оставляешь одну плиточку, тогда они тупо стоят и все. Ну, я не знаю, вот так? Вот я только что уничтожил. Нет, последнюю. Нет, это две плиточки. Вот так? Да. Ну будут вот так у меня стоять тупить. Фу, он неубиваемый. Веселый типчик. Иди, домино, карай его за это. Бери. Ну вы не даете брать эти самые.
Чё такое, пухлик? Нельзя там проехать? Вот так и стой. Умник. Ну, я могу, конечно, пойти его разобрать. Ну зачем? Мне так все устраивает. Пускай стоят тупят. Хоть что-то полезное от моих ловушек. Кстати, 8-то так и не отключается, да? Да я не важно. Ну, он их больше 4. А, или в смысле нет, их же не 8, их 6 получается, то есть... Да, их 6. То есть не 8, это не 4, а 6. Да ладно. Нет, ну в смысле, я думал 4. Нет. Только вы туда не подходите, где они там бомбят струями. Никто не так легко стало играть. Они просто сейчас по одному тут лезут. Легко стало. А главное, игрок не сливается при этом. Спокойно, дайте мне проехать. Нет! О, все, поперли. Ну, надеюсь, мы какое-то время выйдем. Зря ты туда пришел на мою песочницу. Ну, честно, надеюсь, хоть что-нибудь помогло этому мою художеству. Помогло. Энгейс. Ну, у нас еще куча жизней. Любые проблемы надо решать энгейджем. Вот эти танки даже не собирайся. Ну, бери дурацкую ерунду. Давай. Да ну, что вы? Ты его убьешь? Уничтожай кусты. Ой, таймер взят. Ну, я ничего не поделаю. Судов, вали его. Можно кусты уничтожать? Да, вот. Судов сейчас уничтожит. Уничтожайте сами кусты. Без них вообще языка. Ты это... Вот это было зря! Вот это вы зря, чуваки. Нормально. Ого, я выжил. Ой, прости. Я что-то задумался. Уничтожь вот эти еще, да? Не уничтожай у меня, уйди, вообще не приближайся сюда. Сломаешь мою единственную планку защиты. А че я влево начал стрелять? Слава богу, не начал спамить. Она мне нужна как жизнь просто. Она спасает меня от этих монстров, катающихся. Ну смотри, как он, оп, такой, ну ладно, повернул, и проехал мимо. Мне кажется, хз сейчас будет. За окном очень нехорошие слухи. В смысле, что сейчас будет? Газа, ну гроб. Нормально. Полтора кирпича жизни, ну. Да оно мне важнее, чем бронь. Вы выиграли? Да. Еее! Пророка! Без кустов вообще изи. Снав, вот учись, кирпичики-то тащат. Они сначала задержали врагов, а потом... Ну, они там пока мы не видели. А, вон сколько их, 135. О! Ну, нормально. Все, я нашел себе место сразу. Дай как бы в курсе, что Буршава учит. Извини. Все. Спасибо. Да о, ловушечка нормальная вообще. Не уничтожай. Куда мне встать, Судович? Ну зачем ты уничтожил этот кирпичик? Ну, удаляй. Нет. Ну, походу, ты. Ну, кто еще? Нет, это сам враг уничтожил. Разве? Да. Давайте бунтов на самой. Там кто-то кусты может уничтожить. Нет, никто уже не может. Я повезу. Может встать куда-нибудь? Куда-нибудь? Умный что ли? Так, встану. Прикройте кто-нибудь вот этот вот. Ну тут плохо. Ну, пророк затащил. Я не очень хорошо сыграл. Это был фейл. Так, надо думать, куда опять делать. Ну, я буду стоять, наверное, там, где... Я буду стоять практически там, где появляюсь. А, вверху нельзя забыть.
Вот, вот это, вот, смотри, оп. Нет, она в центре стоит. Центрального они разносят. Да. Да, они разносят центральную. А-а-а, понятно. Именно крайняя должна быть. Охренеть. Ну я вот так остану. Ну, норм сюда лучше, давай стоит так. Мне норм. Мне тоже не норм. Знаю. Там быстрый проехал. Не норм. Спасибо, я уже увидел. Ну уйди с позиции-то с этой, ну. Вот, ну выше-то встань. Ну потому что видишь, там тебя справа летят. Да вижу. Жизяку возьми сюда. Оп, вовремя. Ну, дай возьму я. Ой, прости. П-польза. П-польза. Смотри, смотри, вверху там туса какая-то была, ну ёл. Дай, ой. Пророк, вот что ты там... О, короче, вот так буду стоять, не здесь снова. Что я? Что ты там творишь вообще? Нормально все. Извини, я у тебя не заметил. Такой маленький незаметный. Ты поедешь вниз? Я, короче, тактика активного боя. Ну давай. Тактика. Тактики уж думали. Ну, зато тактика. Зато активный бой. Судов, не давай им ездить вот, ну... Прости, я просто... Там мне чё, мне это ничего не надо делать. Ладно, почему можно резнуться и сразу стрелять? Кто так сделал, грубо? Осторожно, тут это я пропустил. Да мы видим. Ну не всегда же. Ой, не успел. Так, возьму. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Нормально. Ну, пророк! Ну что? Ну ты не очень. Ну, Судалов! Ты нормас. Знаешь, ты мне ролик из этого F4Dead напомнил, где эту там тянку довели, она такая, да пошли вы, и ты, и ты, ой-ой-ой, это плохо, это плохо. И такой на толстого, а ты ног? Да. Так и ты такой длину. Одинок. Одинок. Это... Швино, если в центр поедет, то иди ты. Но чтобы мы не думали, кто едет. Ну тебе все равно стоит. Ай, последняя жизнь. Да ладно, ну что за кривое управление? Кто умер там? Пророк. Да управление кривое. Ты в центр так... же должен был встать. Помнишь? Ну я... Я это видел, что я в центр пошел. Очень поздно. Короче, я понял, как надо нижнюю делать ловушкой. Или вообще не делать ловушек. Не пророк. Активный бой. Тактика активного боя, пророк и тащит. Он, по-моему, говорил даже. А по-моему, она провальна. А? Картофан, привет. Картошка, здорово. Хорошая тактика активного боя. Просто я немножко криворукий. Yes. Чтобы мы не думали, кто едет, умирает, и я смирюсь с этим. Стрим. Отличная страта, ну. Это знаешь, прогук мне чем-то напоминает тактику игры на АМХ высоких классов. Барабан зарядил, вышел, тебя убили, все. Блин, так, тактика активного боя. Фиолет, привет. Где Фиолет? Привет, Фиолет. Ну, сюда, в хорош есть. Удивительно, что есть он. У брови это. Знаешь, что у брови? Тора, чё фейспаун? 24 часа плюс N часов, ну типа донатит, и он еще будет сидеть. А чё фейспаун-то? Сказал бы я, ну да ладно. Чё фейспаун-то? Мы ждем, пока ты жмакнешь, квацнешь, не знаю. Картофан и Фиолет пришли, а ты не здороваешься, вот мы фейспаун и стали. Ну так и чё, я же не был тут, ну в смысле, я тут разговаривал. Ну ты знаешь, это, а кого это волнует? Какой это был уровень? Последний. 16-й, по-моему, да. Не, 17-й, по-моему. Да, 16-й? Посмотри. Ну, подавай 16-й.
Оп. Сейчас, Штана, подожди, что-то с управлением. А что Снап говорит немножко, спрашивает? Ну, тактика активного боя, говорю, затащил Пророк. Пророк говорит, типа, да, тащит, но типа я немножко это, что, закрабил или что-то там сказал. И Снап говорит, немножко. Смотри, тактика активного боя у Пророка. И мы с тобой вдвоем. Оп. Я это, а чё за... Чё не так? Чё-то не пошло не так. Чё-то всё пошло не так. Чё-то, о, нормально. Ой. Где это? Чё такое, кто? Где этот самый? Напиши, поставь пик. Я никому не скажу, что базу убил домино. Это вот. Все Пророк. Вот, короче. Почему я в доме сижу? Что за несправедливость такая? Как он, чего так стоит? Застрелен. Нормально. Ты это картофан. Братский пророч. Правильно. Правильно, брат. Застрелен. Перестреляют. Ну перестреляли, ну. Не менять из-за тебя. Ну в смысле, то что ты умер зачем-то. Зачем-то? Ну нет, это плохо. Ну была нормальная же страта, помнишь? Чё на неё не катит теперь? Я отойду. Ну, чё он развернулся-то на меня? Раньше не разворачивался. Шебуршаш все испортил. Он был недостаточно активен, Фабино запаниковал, да. И так и было. Опасно. Опасно? А, размикрено. Опасно. А какого чёрта так-то? Чё ты разворачиваешься? Да чё вы там творите, чуваки? Ну тут кое-что пошло не по плану. Да не, все, ну. Я вас все... прикрою. Я вас прикрою, говорит. С тактикой активного боя. Вот, наверное, знаешь, домино. Что-то все у вас начали справиться. Что говоришь? Это самое страшное, что он приходит. Да, он. Пророк, становись на мое место, бери бомб. Ну, Пророк. Ты понимаешь, что там вот без тебя вообще? Ну вот видишь? Пророк, ты не успел! Пророк недостаточно быстрый! Ой, они бетон пробили там. Когда они научились? Ну вон справа прошли свободно. А почему каждый не может тупо взять себе по респауну? Там 4 респауна. 3. Я еще один тащу. Вам надо на троих два респауна. Ну как бы сказать, я один рез бегу. Ну а мы сегодня на второй. Ну значит вы не справляетесь. Я справляюсь со своим. Вы не справляетесь, тут же сюда в книга. Странно. Ну наверное, да, сюда. Конечно, это не факт, но все же, да. Ну вот Пророк не справился. Что не справился? Нормально. Ну вот сейчас. Ну что вы начинаете? Ну ты не справился, я умер. Я говорю, все правильно. Вон, мне переспал. Это звуки этих смертей чаще, чем звуки выстрелов. Активный бой же, все дела. Ну тут да, лучше активный, чем пассивный. Конвейер смерти какой-то, ну. Не знаю, мне норм, я вот стою, уплю, и мне вообще норм. Сюда вообще я тамщу за тебя. Просто они иногда налево поворачивают, и тогда непонятно. Да ладно, они, наверное, рандомят. Но обычно они идут прямо. Иногда обычно? У них есть обычные. Процентов 90 они идут прямо. 90. Ну значит, ты плохо считаешь. По-моему, я хорошо считаю. Ну то, что ты учишься. Ты там в высшей школе экономики учишься вроде.
Но это не значит... Ну, дайте. Нет, ты не заслужил. Понимаешь, я нужно взять и слить. Ты так не умеешь. О. Оп. Это явно было из-за пророчи. Абсолютно точно. Не, мне первая тактика больше нравилась, когда я снизу стоял. Мне тоже. Да мне все равно, я стою там, где хочется. Ловушек нет. Нет ловушек. Ну, хардкор пошел. Я не знаю, что они сливают. Это все пророчий виноват, но ты сам же видишь картофан. Мы с Судавом встали по центру и норм. Да, Судов? Ну да. И я сбоку. Вот, все. А Прок нет, там актив... тоже. Прок да. Активный бой что-то там устраивает. Ай! Ну, кстати. Прочь самая слабая змея, ну правильно. Смотри, там телепузики были. Да кто мне это сзади-то попадает? Вот вы опять что-то придумали. Передислоцировались как-то непонятно. В смысле, мы стоим, как обычно. Нет, не как обычно. Да покупа же покемона. Раньше ну, такого не было. Спамлю. А как мы стоим? У меня что-то на секунду управление отказало, лол. Ну, справа кто-то по-другому, там турочек. Справа это я зелененький. Да не ты. Ты слева все с ними путаете опять правда. Ну, то есть я буду. Сливаемся как обычно, значит, стоим как обычно. Правильно, Снап, правильно. Удаляй, ну все, это ГГ. Убей, убей. В смысле ГГ? Ну ладно, пахнет победой. В каком месте только? Да во всех, по-моему. Ой, что-то не прожалось. Я сжал. Чё, как тактика активного боя, Пророк? Ну так себе, пока что. Пока что? Да куда он повернул-то ко мне? Ну зачем? Вот, он меня переспамил. Ой, меня убили! Не-не-нет! Ну я его убил. Судов, ну ты не успел. Вернее, это Пророк же, правильно, Пророк? Да. Зато мы с тобой начали больше очков набивать. Потому что домино стал нормальные эти, как его, позиции занимать. Вот мой фейспалм был не зря все-таки. Так, ну я потерял просто позицию, но все нормально. Потерял позицию активного боя. У меня есть как бы основная позиция, которая стараюсь придерживаться. Пророче, это не доска, соберись, говорит. Тебе. Картошка. Это я, правда, он что-то там затупил. Он просто на пророче смотрел все долго. Сейчас поедет к нему, наверное, думаю, поедет сейчас пророчу. А оказалось, нет. Захотел поехать. Я не ожидал такого поворота. Вообще, где ульта? Давайте пойдем в песочницу. В песочницу? Покопорно. Замки строй. Покопаться в песочке. Пасочки, кулички, подожди. Не, ну мы можем 15-й включить песочницу, но фармите, 16-й уже сильный прийти. Не, не надо. Давай, нормальная острота, просто сейчас реально протупил. Вот так тактика тащит. Тактика активного боя. От пророчества. Я уже двоих убил. Я пока ноль. Троих. Как он тут никогда не поворачивал раньше? Вот ты это вон, не знаю. А кто это, живой человек? Да. Торыч, куда ты? Ну, Торыч. Я туда хотел, но... Я думал, ты выстрелишь пулькой, я проеду. О. Лопата! Ну и надо было лопату брать любым естественным. Ой. Ну, я пытался. Он взял... Ну, ядрить. Да, он взял. Вы знаете, мне кажется, мы стоим до одного момента нормально, а потом... А что там кусты голубые? Это ну, потому бабуля, что... ну графическая вот, бабуля, не справляется НС. Слишком крутой графон. Но это победа однозначно. А, я жив? Ну уже нет.
Судам, ты там полчаса стоял. Да, да просто я умер, и надпись вылезла Game Over. Оказывается, это не мне, видимо, было. Это было зеленому. Да как он сквозь меня проплыл? Да почему в бочину-то? Как это неприятно. А зачем Фабино так быстро слился? Фабино ест, инфосотка. Так у него хузика нет. Ты по опыту знаешь, да? Да, да. У него просто хузика нет. Да кто так паузу-то быстро нажал? Вот видите, все нормальные люди уже поели давно. Кроме меня. Я же сказал, в смысле. А, ну я понял ты. Я танк! Не, все. Ну вот это вот, ну это, ну, ну ты понял. Ну там, там было невозможно. Ну что-то вообще какой-то неиграбельный уровень. Неиграбельный, говорю. Да тут каждый уровень неиграбельный. Ну ща, короче. Мы ща затащим. Да. Что-то Картофан как-то сомневается, похоже, в наших способностях. Как можно так сливать-то? Нишу Санчеса, что ли, за ней собрались? Да. А можно? Только донат. Ой. Ой. Ты решил все-таки по этой строте пойти? Ну, не знаю. Ты решил по этой строте пойти? Убили. Да нет, чё-то я уже передумал. Время вбросить пикчу. Чё за пикчу? Наверное, вчерашний? Да у меня управление зависло. Владислава, кстати, прикольно сделал насчет бушебатла. Ну, ты понял. Ты видел пророк? Да. Поржал. Ну, я тоже поржал. Она или нет, Владислава? Само собой, уровень-то неиграбелен. Ну, Сандалович, меня переспали. Да как он так мог резко развернуться? Даже я так не могу разворачиваться. Да как? Нет, ну это бред какой-то. А что про все стороны? Ну и прости. Сюда выходи. Я тут немножко в этом. Ну. Ну короче, смятение! Бах, бах, бах. А, там, ёлки, там же вверху слева написано «Давай помашним», я только сейчас увидел. Ну да. Я не увидел это сначала. Давай помашним. У меня есть предложение к прогулку. Да-да. Встань с моей стороны, лупи вверх. Я пойду на твою и всех изберу. Давай. О, там еда готова. Так, никакой еды. Ну, не знаю. Я свою уже съел. Ну, давайте один уровень этот протащим и все. Давай, айда, я за. Пророк, иди налево. Пророк, любой непонятной ситуации. Ну ты понял. Буду так и быть тащить ваш фланг, который все время в чем-то стоит. Будь ав нет гирки, сиди и терпи. Давай попробуй сверху. Сюда. Пробуй. Не слишком удачное стечение обстоятельств. У меня управление опять зависло, да что за хрень? Ну я... Кто? Кто? Не, это не я был. Сверху пулька, сверху пулька прилетела. Ну короче, Турыч опять не тащит даже мой фланг. Нет, это нормальная тактика. Судаф, о чем тебя там будет? Че? Чё, Торыч, куда? Налево, направо? Да уйди, ну сюда! Да! Все сюда! Хорош лупить по мне!
кто лупит? Никто не лупит. Кто бы это мог быть интригой, да фотка Фабиано. Уйди, да зеленый! Ты картинку посмотрел, что ли? Так у меня турет чат еще открыт на фоне, и там картинки автоматически отображаются. А, и что там написано? Кто бы это мог быть, интрига и фотка твоя с вебки. Это пророк! Я думаю, что танк не убивается? Я тебя понимаю, Торыч. По-моему, вообще идеально стою. Да, я бы так же бы встал. Да хорош по мне лупить, ну серьезно, ну Фабино, ну сколько можно? Ты чего встаешь под мои пули? Ну ты по меня стреляешь, я? В смысле стреляешь? Я стреляю в рак. Я вот тут встаю. А ты что, не уклоняешься? Твои проблемы. Встань просто поближе, на респи их лови и все. Тебе легко говорить. Да, переспамил меня. Тебе говорю, твоя тактика не работает. Давай, короче, стой слева, я буду справа там ехать. Конечно, я там уже все зарешал, он побежал. Привет, туда. Фрейтак. Тут еще кроме нас, еще Тор и Пророк. Привет, Фрейтак. Привет. Фрейтак. Она говорила, что именно надо читать Фрейтак. Да? В смысле, что я единственный, кто читает ее правильно, на самом деле. Оп. Касочка. Оп. Оп. Оп, оп, оп. Штаб, штаб, штаб. А, я умер. Не знаю, меня вообще ноги. Меня подбили. Да ну как, ну хомяк! Боги на вас смотрят, и они недовольны. Там картофан. Да ну. Да ладно. Пишет, мы сегодня с бессмертным полком ходили. Очень душевно. Я знал, что тебя перестреляют. Я тоже догадывался. Я смотрел на картинку. Ну я так подумал, что там стоит. Короче, лишились половины зрительской аудитории, потому что зрители сидят на стриме. А, ну типа. Да. Половина зрительской аудитории — это Торыч и Пророк? Ну да. Ну и ты. Я знаю, что сейчас делает Судан. Я, кстати, тоже за это сделаю. Как ни странно, но то сообщение еще ладно, но это как-то чуть перебор. Слышишь, да? Ну это же троллинг. Это не троллинг. Не троллинг. Я очень сомневаюсь, что это троллинг. А что это может быть? В смысле, это не троллинг. Ну а зачем еще это писать? Ну в смысле, ну потому что такие люди. Не знаю. По-моему, это троллинг. Нет, тебе кажется. Да. Вот первое, ну, возможно... смотри, сколько мы их убили. Их осталось там штук 20 максимум. Не, правда, вот первое сообщение, возможно, было троллинг, а это нет уже. Даже я сам поставил. То же самое, что Судалыч. Короче, да, я буду спать. Вы успешно забанили пользователя. Опять он пишет. Да-да-да, Project до сих пор сидит. Судава научил Твич пекать. Что научил Твич? Банить всех подряд. А. Весь чат видел, что сделал Судава. Да, да. Ну, у меня же захвачено именно это, потому что СК2-шный. Ну, вы поняли. Ну, да. Да ну, видно. Ну, удаляй. Чё вы там опять не справляетесь? Да тактика активного боя, Наташа. А, так Тор взял этот, звёздочку. И чё? Ну, должен затащить весь уровень. Тактика активного боя вообще тащит. Как никогда, блин! Я зачем, вижу! Зачем я это сказал? Всего. Сорян. Сейчас зачищу. Пацаны... Зачистили.
Хочешь, а ты ладно, что я сама поиграю, давай, Фрайтаг. А, удачи. Фрайтаг зацепило. Ну на одного это не так, конечно, круто. Хотя бы вдвоем надо. От кого ко мне лезут? Я вот не понимаю, от кого там слева вот по центру лезет? Там по центру все лезут, ну. Это самое популярное. А мне топ-1 место. Да. Как стример, ой, как стрим Судалова. Ну да, по-любому. Ты топ-2 уже? Не, был. Ну, сейчас тоже, наверное. Был, да, сплыл. А, так она не в танке пошла играть. Я вижу. Она ж тебя добавляла, помню. Для того, что вы в порту второй прошли, помнишь? Она говорила. А, да. Помнишь, давно-давно, и так и не сошлось. Ну, в итоге с пророчкой. Ну чё вы так быстро-то? В смысле, это ты умираешь? Чё, я вот только сейчас умер. В смысле, чё вы так быстро убили бонусника? А чё, надо его что ли ждать? Ну, когда бонусы взять, нет? Я вернулся от пульки. Да ты... Это было микро, это было микро. Это было микро? Сюда. Серьёзно? Я? Чё такое? Чё случилось с Торочем? Да не, ничего, я позвал на помощь, я там не справлялся. Все дела. Ты спасибо. Нормально. Нормально, смотри их. Хоп. Дал. Уч! О, кстати, стой тут. Да-да-да. Сюда, сейчас я прилечу. Да ну. Ну. Да? Бонус. Ну кто? Ну блин, меня хорош! Ну розовый кто? Оранжевый. Розовый кто, оранжевый? Амиго, привет. Да хорош, ну. Это хак такой. Ну сюда, ну что ты делаешь вообще? Я забыл, что ты там стоишь где-то. Ты меня два раза подряд убил и все, и выиграл из игры. Я тут буду стоять, Судов, так что справляйся как-нибудь сам на меду. Справляйся теперь с моей толпой. С моей толпой раков. Прости, Торыч, прости, Торыч. Да я не стреляю, все нормально. Все. Давайте там их осталось-то пару штук. Угу, и мы вдвоем с Удовым. Центр! Держи, давай! Слева! Ну! Вань! Опа, это можно я сейчас вот просто сделаю то, что могу? Привет, Амигу 911. Эту ситуацию. Привет, это КДМ. Любитель Стартрека. Судалов, пожалуйста, случайно там не задей меня. Вот это как там... получится. Потому что я теперь у меня тоже тактика активного боя. Да вот, ну зачем ты выстрелил? Ну вот одного я пропустил. Ну уже это я плохо все сделал. Я начал нервничать. Начал нервничать. Оп. Я вам просто. Вот так, да, давай. Короче, Судов, ты на два фланга, а я вот тут буду стоять. Это хорошо, ко мне вообще не прут. Лишний. А, ну что он затроллил-то? Ну он троллит. Вот теперь попёр. Не, он так это, знаешь, посмотрел. Кто в меня выстрелил? Развернулся, тут такой, опачки, на. Ну, то там будет, там полетело что-то ненужное. А, это под пророка. Полетело что-то ненужное. Пророк, что в тебе ненужное? А знаете что? Пека-пека, усы не нужны. Сейчас тихо-тихо-тихо-тихо, пророк. Тихо-тихо-тихо. Я сейчас Ваганыча поставлю. Чего поставишь? Ваганыча. Ваганыч. Нет, пропущу. Нет, пропустил. Ладно, порешал назад. Чё-то я прям вообще залестил.
жизнь творю какую-то. О! У Судалова теперь это, ствол. Это опять от пророка прилетело. Что-то ненужное. Очень ненужное. Да опять! Опять! Сори. Вот это совсем было ненужно. Ой, ой, ой! Торыч! Торыч! Снимайте угадочку! Убить один танк! Убили! Убили. Меня убили! Ну, стань ниже! Ниже? Нет, на этой же линии, только ниже. Вот так только. Ну да. Я мог, если чё, резко гвануть. Зря, зря полез. Не дрить, он испугался. Ой, я, короче, на эту линию встал, он такой, ааа! И всё, и пошёл. Нормально. О, ну что он там вылез-то, зачем? Ну, потому что пророк не посмотрел. Я, в смысле, я посмотрел, я просто убирал недавно. А? Вот это было зря. Я понял. Тихо, тихо. Да, ты смотришь, то есть, да, норм? Ну, я смотрю туда, если... Хорошо, так. Все. Да, опять он решил повернуть. Последние остались! Ну? Так? Да, уху! Пророка бомбить, бомбить пророк! Ну, видите, как я там, 26 тысяч. Я полезен для команды. Да, я полезен для команды, стоп. Это, ну все, чё, давай заканчивать, да. Поиски. Слышь, да. Ты это прям сделаю даже. Серьёзно? Ну а чё, ну мало ли вдруг захоти продолжить, ну все, я выключаю. Все. Я вот, тоже... это были танчики на четверых. Это было классно. Да, по-моему, довольно весело вышло, не знаю, мне понравилось. Я бы ещё поиграл. Сколько, мы играли почти 4 часа? Да, почти 4 часа, да. Сколько? Да я, сука, в жизни не стримил. Ты просто забыл, как ты стримил JRPG всякие. Вот, ну. Дай бог вспоминать. Ну чё, ну спасибо, что смотрели. Спасибо и всем, кто играл со мной. Да, короче, Торыч со всеми прощается. Всем покедово, пока-пока. И... Всё, да, всем да. Спасибо. Спасибо, Судалу, что позвал. Да, давайте всем с праздником и давайте удачи. Увидимся.